Уважаемые члены Академии, участники и гости конференции, благодарю за возможность выступить на открытии нашего форума перед столь представительной и уважаемой аудиторией. Сегодняшнее мероприятие очень значимо для меня, как для председателя Российского исторического общества, которое было одним из организаторов этой конференции, как для директора службы внешней разведки, которая в этом году отмечает свой 100-летний юбилей, ну и, наконец, как для человека, родившегося и долгие годы прожившего в городе-герое Ленинграде, где память о подвиге и трагедии нашего народа в Великой Отечественной войне передается от поколения к поколению буквально на генном уровне. Отрадно, что российское научное и экспертное сообщество активно откликнулись на приглашение к участию в конференции. Вопросами истории минувшей мировой войны должны заниматься по-настоящему компетентные и добросовестные специалисты, которые не пойдут на сделку со своей совестью и не погрешат против истины, невзирая ни на какие соблазны и конъюнктурные мотивы. К сожалению, в последнее время военная тема нередко становится предметом беззастенчивых спекуляций. В ход идут искажения и тенденциозные толкования фактов, различного рода инсинуации и откровенная ложь и провокации. Грубо нарушается базовый принцип историзма, требующий оценки событий каждой эпохи с учетом конкретных условий и логики того времени. На этой почве разжигается вражда между странами и народами. Возрождаются политические призраки фашизма, реваншизма и махрового национализма. Противопоставить этим негативным явлениям необходимо прежде всего серьезный и взвешенный научный подход, системную и целенаправленную деятельность по выявлению и устранению так называемых белых пятен отечественной и мировой истории, повышение уровня просветительской работы в России и за ее пределами. Этой линии стоит придерживаться и в отношениях с зарубежными партнерами. Например, в рамках совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений, сопредседателем которой является уважаемый Александр Аганович Чубарьян. Очень хорошо, что здесь присутствуют представители целого ряда учреждений и организаций, предметно занимающихся тематикой Второй мировой войны. Контакты различных научных школ, совместные изыскания и конструктивные дискуссии наверняка будут полезны для взаимного обогащения новыми знаниями и опытом для решения сложных проблем, выработки консолидированной позиции по ключевым вопросам. Нашей общей задачей представляется доведение достоверных сведений о событиях военного времени до широкой аудитории, повышение исторической грамотности, в том числе с помощью современных информационных технологий. Так, анализ работы интернет-портала Российского исторического общества наглядно свидетельствует об устойчивом интересе наших сограждан, да и не только их, к теме Великой Победы. Опубликованные материалы неизменно вызывают большое внимание и положительную реакцию самых различных возрастных и социальных групп, от школьников до ветеранов. Примечательно, что люди стремятся ознакомиться именно с подлинными документами эпохи, свидетельствами непосредственных участников и очевидцев событий. Считаю, что взятый в нашей стране генеральный курс на повышение общей доступности первоисточников является очень правильным и эффективным. Не раскрою тайны, если скажу, что хранящиеся в службе внешней разведки России архивные документы военного времени тщательно нами анализируются. При всей
нацеленности службы внешней разведки на добывание упреждающей информации, мы самым внимательным образом изучаем свою историю, чтобы извлечь из нее уроки на будущее. Период Великой Отечественной войны – очень важный этап развития советской внешней разведки. Несмотря на все трудности конца 30-х годов, разведка сумела в самые сжатые сроки мобилизовать свои силы и ресурсы, внести весомый вклад в разгром Третьего Рейха и его сателлитов. Кроме того, разведчики сыграли и заметную роль в формировании послевоенного мироустройства, от системы международной безопасности до военно-стратегического паритета. Словом, и нам, и нашим последователям есть чему поучиться у поколения победителей. В преддверии векового юбилея разведки рассекречены новые подборки документальных материалов, стали достоянием гласности ранее закрытые сведения о героях невидимого фронта и их подвигах. Эта работа будет продолжена и в последующем. Полагаю, что в ходе нашей конференции тема участия сотрудников советской внешней разведки в основных событиях войны еще не раз прозвучит в докладах и дискуссиях и получит конструктивное развитие. Я уверен, что результаты нашего форума придадут позитивный импульс научной и просветительской работе в области истории Второй мировой войны, послужат стимулом для профессиональных исследовательских и просто для профессиональных исследователей и просто увлеченных людей, неравнодушных к судьбе своего Отечества. Великому Аристотелю предписывают утверждение следующее: когда забывают войну, начинается новое. Не берусь судить, действительно ли античный философ является автором этой мысли, но я ее полностью разделяю. Хочу от всей души выразить признательность гостеприимным хозяевам, руководству и сотрудникам Российской академии наук, взявшим на себя вот эту обязанность по организации нашего форума и создавшим такие комфортные условия для нашей работы. После такого вступления давайте начнем, собственно, работу конференции. И я попросил бы в режиме видеоконференции выступить президента Российской академии наук Александра Михайловича Сергеева. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня в Российской академии наук открывается международная научная конференция «Вторая мировая и Великая Отечественная» к 75-летию окончания. Ведущие специалисты по истории Второй мировой войны из России, Германии, США, Франции, других стран поставили перед собой задачу подвести итоги изучения войны за 75 лет после ее окончания и, обобщив достигнутые результаты, определить ключевые проблемы исследований на перспективу. Организатором конференции наряду с Российской академией наук выступает Российское историческое общество, много сделавшее в последнее время для исторического просвещения и привлечения общественного внимания к важнейшим юбилейным датам. Одним из инициаторов конференции является Институт российской истории РАН, предложения которого лежат в основе программы сегодняшней конференции. Важно также, что соорганизатором нашего научного форума, наряду с российскими научными учреждениями и сообществами, выступает Германский исторический институт в Москве. То обстоятельство, что ныне, по прошествии 3/4 века после войны, российские и немецкие ученые вместе работают над раскрытием всех сюжетов военного прошлого, знаменательная черта нашего времени, которая свидетельствует как об интернационализации науки, так и о сложившихся в последние годы прочных творческих связях ученых
наших стран. Вторая мировая война – центральное историческое событие 20 века, поставившее человечество на грань катастрофы и завершившееся сокрушительной победой над нацизмом ценой огромных жертв. Для нашей страны история войны, военных испытаний и трудного пути к победе – важнейшая составляющая исторической памяти, консолидирующая российское общество. История войны, факторов и обстоятельств, предопределивших ее начало, ход военных действий, состояние общества в военные годы, оценка потерь – это огромная тема для исторической науки, необычайно сложная и ответственная. Историческая картина Второй мировой войны основывается в большой мере на результатах академических исследований. Современным деструктивным попыткам переоценки истории Второй мировой войны, роли Советского Союза как основной силы, остановившей фашизм, разгромившей Третий рейх и освободившей Европу, может быть противопоставлена лишь доказательная научная база, основанная на изучении источников архивных материалов. Академия наук начала сбор материалов по истории войны в декабре 1941 года, когда при отделении истории была создана комиссия по фиксации событий военных лет, и член-корреспондент Академии наук СССР Минц обратился в Моссовет с просьбой выделить две легковых машины и бензин для поездок сотрудников комиссии, которым поручено собирание материалов и запись бесед с руководителями и участниками обороны Москвы. В год 75-летия Победы исследования по истории войны выполняются в 15 институтах исторического профиля. Сохранение научного академического подхода к исследованию событий войны – это наша насущная задача, чему и призвана служить ныне проводимая конференция. Актуальной задачей для академической науки сегодня является создание нового обобщающего академического труда о Великой Отечественной войне, отражающего современный уровень научных знаний событий 1941-1945 годов, с анализом проблемных аспектов военной истории, событий, имеющих спорную трактовку, военных успехов Красной Армии и неудачных операций, подробности которых долгие годы замалчивались. Это включает, как мы сейчас знаем, и кровопролитную Ржевскую битву, который лишь недавно был снят обет молчания. Для подготовки такого труда стоит подумать о том, как обобщить и систематизировать то, что уже накоплено отечественной и зарубежной историографией, как осуществить синтез имеющихся знаний и с учетом этого выдвинуть новые приоритеты. Российская Академия наук, имеющая богатые традиции координации приоритетных научных исследований в масштабах страны, могла бы в этом вопросе сыграть интегрирующую роль. И, конечно, этот труд должен базироваться на современных цифровых технологиях, позволяющих охватить огромные объемы информации о Второй мировой войне. Вообще думается, что следующее десятилетие изучения Второй мировой войны станет временем работы с большими данными, временем перевода изучения войны на цифровую платформу, развития и совершенствования информационных систем, которые дадут ответы на многие непроясненные до настоящего времени вопросы. Цифровые технологии будут определенно играть все большую роль не только в исследовательской аналитике, но и в сохранении памяти о войне. Дорогие коллеги, я приветствую вас всех на открытии международной научной конференции «Вторая мировая и Великая Отечественная» к 75-летию окончания и желаю нам всех интересных докладов и дискуссий.
Спасибо. Благодарю Александра Михайловича за добрые слова приветствия и выражу благодарность вам, Александр Михайлович, за ту огромную научно-исследовательскую работу, которую ведут институты Российской академии наук по тематике Второй мировой и Великой Отечественной войны. Большое спасибо. Уважаемые коллеги, сейчас нам предстоит принять участие в торжественной церемонии гашения художественных почтовых марок, посвященных столетию службы внешней разведки России. И в этой связи я хотел бы передать микрофон Олегу Геннадьевичу Духовницкому, руководителю Федерального агентства связи. Олег Геннадьевич, пожалуйста. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Прежде всего, хотел поблагодарить организаторов сегодняшней конференции за возможность принять участие в работе конференции. Такой очень важная и интересная тема, как Вторая мировая и Великая Отечественная война, итоги этих трагических, драматических событий прошлого века. Сергей Евгеньевич, Федеральное агентство связи, издательский торговый центр «Марка», начиная с 2012 года, возобновили выпуск государственных знаков почтовой оплаты, посвященных героям Советского Союза, Российской Федерации. Я очень рад тому, что сегодня у нас есть возможность отправить в большую почтовую филателистическую жизнь художественно маркированный конверт, посвященный четверым сотрудникам внешней разведки. Это действительно большое событие. И уже сегодня по сети почтовой связи этот замечательный маркированный конверт разлетится по всей нашей стране, попадет в салоны коллекционеров издательского торгового центра «Марка», который у нас расположен во всех городах нашей Родины. Вот таким особым образом рассказывая сегодняшнюю встречу, о сегодняшнем событии, об этих замечательных, мужественных людях. Со своей стороны, обещаю на этом не останавливаться, мы, конечно же, продолжим эту работу. Для нас это большая честь и почетная обязанность. Также обещаю, что мы продолжим изучать историю отечественной разведки, будем, соответственно, собирать марки и с уверенностью смотреть в будущее. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Приступаем к торжественной церемонии памятного гашения художественных почтовых марок, посвященных столетию отечественной внешней разведки. В торжественной церемонии принимают участие директор службы внешней разведки Российской Федерации, председатель Российского исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин, руководитель Федерального агентства связи Олег Геннадьевич Духовницкий, вице-президент Российской академии наук, академик Николай Андреевич Макаров. Для гашения почтовых марок был изготовлен специальный сувенирный штемпель. На штемпеле указано сегодняшнее число – 28 сентября 2020 года. Этим штемпелем ставится оттиск, далее каждый конверт подписывается участниками церемонии. На конверте расположены 4 художественные марки. На почтовых марках изображены портреты Владимира Борисовича Барковского, советского разведчика, полковника, героя Российской Федерации, Александра Семеновича Феклисова, советского разведчика, сотрудника первого главного управления КГБ СССР, полковника, кандидата исторических наук, героя Российской Федерации, Геворка Андреевича Вартаняна, советского полковника, разведчика первого главного управления КГБ СССР, участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза, Алексея Михайловича Козлова, советского и российского разведчика-нелегала, героя Российской Федерации. Номинал 35-40 рублей. Тираж от 80 тысяч до 104 тысяч экземпляров. Служба внешней разведки Российской Федерации является составной частью сил обеспечения безопасности и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. СВР России осуществляет разведывательную деятельность для обеспечения условий успешной реализации политики Российской Федерации в сфере безопасности, содействия экономическому и научно-техническому развитию страны. Федеральное агентство связи и акционерное общество «Марка» в своей филателистической деятельности особое внимание уделяют патриотическому воспитанию граждан. Выпуски государственных знаков, почтовые оплаты посвящают выдающимся личностям, памятным историческим датам и крупным организациям. Спасибо.
Наш уважаемый ведущий немножко раньше закончил свою замечательную сопроводительную речь. Сейчас, чтобы всем было понятно, собравшимся, наши девочки собирают рамы, вот с тем непосредственно конверт, который мы погасили, и в качестве памяти о сегодняшней встрече вот Сергею Евгеньевичу, Николаю Андреевичу, вашему покорному слуге, вот эти марочки будут, соответственно, вручены, и они попадут, я надеюсь, в музей, но в наш музей точно пойдут, именно Попова в Санкт-Петербурге, ну и, может быть, в музей внешней разведки, я надеюсь, в том числе. Наверняка, да. Олег Геннадьевич, с вашей помощью уже прежде были выпущены несколько серий марок с героями нашей службы. Мы вам очень благодарны, и они занимают достойное место в музее службы внешней разведки. Спасибо. Спасибо. Продолжаем нашу работу. Передаю микрофон Юрию Александровичу Петрову, директору Института российской истории Российской академии наук. Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Николай Андреевич, дорогие коллеги. Я рад приветствовать вас в этих высоких стенах нашей родной академии на конференции, которая посвящена знаменательной дате три четверти века окончания Великой Отечественной и Второй мировой войны. Эта конференция, инициатором которой стал Институт российской истории, она не носит такого формального юбилейного характера. Она отражает интерес и нашего общества в целом к тематике прошедшей войны и академической науки, которая еще многое должна сделать для исследования тех событий. Я думаю, что мы сделали немало. И даже в этом году в условиях пандемии удалось провести серьезные научные мероприятия. Наше сообщество, Российское историческое общество, провело две телевизионных конференции с китайскими коллегами, посвященными этим датам. Вышли книги, новые статьи. Но тем не менее, эта конференция, я считаю, носит особый такой характер. Она, можно сказать, подводит некоторые итоги изучения войны. Но в то же время она должна наметить и новые перспективы. История бесконечна, как наука. Она не может остановиться, и она будет развиваться постоянно. Даже по мере того, как вглубь времени уходят события тех лет, очевидцев и участников, которых становится все меньше, интерес нашего общества и науки академической постоянно возрастает. Мы с вами стали свидетелем настоящего взрыва такого интереса в обществе к событиям тех лет. Движение «Бессмертный полк» олицетворяет эту тенденцию. И то же самое, взрыв интереса происходит и в нашей исторической науке. Как мы можем... Мы знаем многое о войне. И многое опубликовано за эти годы, и за советский период, ценные работы, и в постсоветский. Но знаем ли мы все, и можем ли мы узнать больше об этой войне? Весь вопрос тут в материалах, в источниках, которые являются инструментом историка. Сергей Евгеньевич упомянул о материалах службы внешней разведки, которые сейчас становятся достоянием широкого читателя. И знаю, что в Росархиве Андрей Николаевич Артизов ведет активную работу по популяризации документов по истории войны. Да, еще есть целые большие комплексы, которые остаются перед нами как цель нашей работы. Одним из таких комплексов являются так называемые материалы комиссии Минца. Сегодня Александр Михайлович упомянул в своем выступлении о них. Это действительно громадный массив материалов, совершенно пока еще малоизвестных широкому читателю. У вас на столах, скажу только, находится книга о рассказах участников освобождения Крыма. Вся эта книга – это те самые рассказы, которые были собраны в госпиталях, на пунктах формирования, буквально по свежим следам событий, записаны
И благодаря этому они остались в истории, они остались в нашей памяти. И это, я вам скажу, об этой книге скажет подробнее Сергей Владимирович Журавлев, ее ответственный редактор. Но я скажу, таких материалов у нас в архиве, хранящемся в институте нашем российской истории, более 12 тысяч папок. И там огромное число этих документов, которые еще мало известны. И в частности, когда возникла некая ситуация с подвигом панфиловцев и раздавались голоса о том, что это пропагандистский миф, не было, мол, никакого реального сражения. Нет, у нас в архиве есть рассказы участников этих боев. И из них следует, что такой подвиг, подобный панфиловцам, совершали не только на эти подразделения, не только на этом участке фронта. Это был массовый героизм. И эти документы как раз раскрывают вот эту ожесточенность боев, о которой широкому читателю стало известно из публикации одного фронтового корреспондента. Но я думаю, что у нас сейчас такая возможность есть сделать эти документы, эти бесценные сведения прошлого, достоянием самого широкого читателя. И комиссия Минца в этом смысле, и повторяю, является источником совершенно бесценным. Я хотел бы поблагодарить наших партнеров, сегодня упоминались они, но я назову их еще раз. Германский исторический институт в Москве. Это действительно уникальное явление, когда мы изучаем теперь события тех лет вместе с потомками наших военных противников. И это, мне кажется, очень хорошая примета нашей современности. И Сандра Дальке, директор института, моя сердечная благодарность за эту работу, равно как и Ирине Великановой, директору Музея современной истории России. Это тоже наш давний и хороший партнер. Конечно же, благодарность Академии наук за возможность провести нашу конференцию в таких, повторяю, высоких стенах. И я бы хотел в заключение своего краткого, разумеется, выступления сказать, что тот труд, о котором упоминал Александр Михайлович, является, конечно, нашей насущной задачей. Новый обобщающий труд по истории Великой Отечественной войны, в котором были бы обобщены все доступные на сегодня сведения, все данные исторических источников. Вопрос для меня еще только в том, какова организационная форма подготовки этого труда. Я думаю, что назрела потребность вернуться к давней истории, истории еще 41-го года, когда по предложению Исаака Израильевича Минца, будущего академика, была создана комиссия, а он предлагал еще создать целый институт истории Великой Отечественной войны, который, к сожалению, не был создан. Но, возможно, в наше время мы подходим к этой идее, и некая организационная структура в составе академии, которая занималась бы именно историей Великой Отечественной войны и готовила бы обобщающий труд по этой истории, мне кажется, совершенно необходимым. Я думаю, что, может быть, одним из результатов нашей конференции и будет вот такое пробуждение или возобновление интереса к этой тематике, и я надеюсь на поддержку руководства родной академии. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Александр, спасибо большое и за выступление, за большую работу, которую проводят ваши коллеги. В том числе спасибо большое за эту замечательную книгу, рассказывающую о событиях освобождения Крыма. И хотелось бы, чтобы ее прочитали все, кто еще сомневается в том, что Крым наш. Спасибо. Хотел бы передать микрофон директору Германского исторического института в Москве, уважаемой Сандре Дальке. Пожалуйста, включите видеосвязь. Уважаемый Сергей Евгеньевич, Александр Михайлович, Юрий Александрович, Валерий Александрович, Александр Арганович, дорогие коллеги,
Мы собрались сегодня в довольно сложных обстоятельствах, связанных с пандемией коронавируса, чтобы открыть международную научную конференцию «Вторая мировая и Великая Отечественная» к 75-летию окончания. Я очень рада, и тут я говорю от имени всех сотрудников Германского исторического института в Москве, что Юрий Петрович обратится к нам с предложением совместно организовать это важное мероприятие. Для нас большая честь, что мы смогли принять участие в его подготовке. В самом начале мне хотелось бы подчеркнуть, что Германия с очень редкими исключениями осознает ту ответственность, которая возникла в результате войны, развязана ей по всему миру. В особенности это касается народов Советского Союза и стран Восточной Европы, в наибольшей степени пострадавших от истребляющей ярости нацистов. Исключительная роль народов Советского Союза в победе союзников также не подлежит сомнению в Германии. В своей речи 8 мая этого года федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер еще раз напомнил, что союзники на Востоке и Западе совместными усилиями и ценой огромных жертв освободили в том числе и Германию от разрушительного господства нацистской диктатуры. И что поражение превратилось таким образом в шанс для нового начала, хотя в первые годы после войны далеко не все в Германии могли это так воспринимать. Победа над нацистской Германией была победой глобального альянса над глобальной опасностью. 1945 год открыл шанс для нового мирового порядка, такого порядка, при котором возможно повторение столь разрушительной, невозможно повторение столь разрушительной войны. К счастью, в значительной мере это удалось. Европейский проект был также задуман как мирный проект. Однако наряду с этим в 1945 году были заложены и будущие международные линии конфликта, что в конечном итоге привело к холодной войне. Они наметились уже в последние годы войны. А в период противостояния военно-политических блоков возникли новые глобальные вызовы, такие как деколонизация, антагонизм между Севером и Югом и экологические последствия экономического роста. Эти вызовы продолжают оказывать свое влияние, формируя наше видение прошлого. События, происходившие с 1989 года, в очередной раз существенно изменили мировой порядок и международные отношения. Распад Советского Союза и переориентация государств в Центрально-Восточной Европе привели к существенной переоценке исторического опыта, а также к плюрализму памяти и восприятия истории, и тем самым ко всем хорошо нам известным историческим баталиям. Я выступаю здесь не как политик, а как руководитель научного института. Именно в нынешней ситуации напряженной международной обстановки и сильной политизации истории две вещи кажутся мне особенно важными. Сложный многослойный процесс развития событий, а также постоянно меняющиеся условия нашей памяти об исторических событиях могут быть тщательно проанализированы лишь с глобальной и международной точки зрения, а также в соответствии со строгими академическими стандартами. Только на этой основе мы можем вести спокойный и конструктивный обмен мнениями и о различных точках зрения. Поэтому мне особенно приятно, что мы можем обеспечить такую разнообразную программу и международный обмен мнениями
на нашей конференции. Еще один важный момент заключается в том, что эта работа может быть успешной только на основе всеобъемлющего доступа к источникам. Только тщательная, прозрачная и методологически выбранная работа с архивными документами делает наши высказывания убедительными и верифицируемыми. От имени Германского исторического института хочу сказать, что мы всегда готовы поддержать наших российских коллег в их работе с германскими архивами, а также в установлении контактов с коллегами из Германии. Кроме того, вместе с нашими российскими партнерами, которых я хотела бы сердечно поблагодарить за доброе и доверительное сотрудничество, мы уже добились значительных успехов. Значительных успехов это касается, в частности, цифрового предоставления архивных материалов, к которым можно бесплатно обратиться во всем мире. С государственным архивным управлением и многими федеральными архивами нас связывает приятный опыт долголетного, тесного и доверительного сотрудничества. Достаточно упомянуть о таких крупных проектах, как российско-германский проект по оцифровке германских документов в архивах Российской Федерации. Он начал реализовываться по инициативе администрации президента Российской Федерации в 2011 году. Проект осуществляется Федеральным архивным агентством, Министерством обороны, Российским историческим обществом в сотрудничестве с Германским историческим институтом в Москве и под руководством Координационного комитета, который возглавляет председатель Российского исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин. Другой крупномасштабный проект – это советские и германские военнопленные и интернированные был инициирован совместным заявлением глав МИД России и Германии Сергеем Лавровым и Франком Вальтером Штайнмайером 20 июня 2016 года. Цель проекта состоит в том, чтобы узнать о судьбе советских военнопленных в германском плену. В связи с этим Германский исторический институт тесно сотрудничает с Народным союзом Германии по уходу за военными сохранениями. Партнерами с российской стороны выступает в частности Министерство обороны, УПД «Мемориал», а также Ассоциация военных мемориалов. Кроме того, в рамках проекта привлекаются документы из других постсоветских государств, из архивов стран Европейского Союза и государств, не входящих в Европейский Союз. Совместно с Госархивом РГВ и фондом Конрада Аднауэра в настоящее время мы готовим издание на немецком языке, охватывающее период с Мюнхенского соглашения 1938 года до начала войны 1939 года. Кроме того, на основе новых обнаруженных документов в рамках трех отдельных проектов, финансируемых немецким научно-исследовательским сообществом, в институте изучается история немецкой войны на уничтожение и немецко-фашистской оккупации. В этом ключе хочется еще раз поблагодарить всех наших российских партнеров и пожелать всем нам благополучия, новых открытий, интересных дискуссий и, самое главное, крепкого здоровья. Спасибо. Спасибо большое, уважаемая Сандра Далька, и за ваше выступление. И я хотел бы поблагодарить и вас лично, и коллектив Германского института, исторического института, за то, что вы каждый раз решительно одергиваете тех политиков, политиканов или горе-историков в странах Восточной Европы, особенно в Польше, Литве, Латвии, а теперь уже на Украине, которые пытаются извратить историю,
и лживо исказить и причины, и ход, и результаты Второй мировой войны. Благодарю вас. Попрошу выступить Анатолия Васильевича Туркунова. Анатолий Васильевич, вам слово. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, известный французский философ, поэт, эссеист Поль Валери еще в 1934 году говорил, прошлого века, говорил о том, что история – один из самых опасных вымыслов человеческого ума. Она может объединять народы, вызывать чувство эмпатии и солидарности, но способна вести к нетерпимости, к ксенофобии, к аберрации исторического сознания, произвольному толкованию истории. Великая победа нашего народа во Второй мировой войне спасла человечество от фашизма, этого варварства 20 века, и позволила возобновить поступательное развитие. И на протяжении многих-многих лет эта истина практически не подвергалась сомнению. Однако сегодняшнее толкование, я бы даже сказал, спекуляции вокруг причин хода и итогов войны, побуждает нас вспомнить об этом предупреждении Поля Валери. С тем, чтобы лучше понять, в чем конкретно состояло значение нашей победы, полезно представить, как выглядел бы мир, не будь этой нашей победы. И этот сценарий отнюдь не гипотетический, а вполне реальный, который, как свидетельствуют документы, проработали участники тех событий. Вот только один пример. Летом 1942 года, когда вермахт рвался к Волге и судьба нашей страны висела на волоске, Комитет начальников штабов США подготовил подробный прогноз развития мировой ситуации в случае поражения Красной армии под Сталинградом и прекращения активного сопротивления советского по всему фронту. «Падение России, — говорилось в этом документе, — станет катастрофой, которая поставит США в отчаянное положение. Континентальная Европа будет полностью и надолго потеряна для союзников. Взяв под контроль основные природные и экономические ресурсы Советского Союза, Германия с ее союзниками окажется непобедимой в прием в военном противоборстве. В лучшем случае удастся удержать Британские острова, но и там ожидалось резкое усиление прогерманских настроений в правящих кругах страны, падение кабинета Черчилля и заключение сепаратного мира с Германией. Крах СССР, прогнозировал КНШ, вызовет цепную реакцию по всему миру. Рухнет движение сопротивления в Европе, развалится Британская империя, широко распространятся прогерманские настроения на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Соединение германских и японских армий в районе Суэца отрежет союзников от доступа к ближневосточной нефти. США окажутся запертыми в западном полушарии и будут вынуждены перейти к глухой и длительной обороне. Перспективы казались настолько мрачными, что в документе рассматривался даже вариант сепаратного мира с Германией или с обеими ведущими странами оси. Этот вариант, правда, был отвергнут как чреватый полной изоляции США в мире. Так думало военное командование США, не склонное преувеличивать значение советского фактора в войне. К этим вполне вероятным геополитическим последствиям следует добавить, что победа государств оси привела бы к всемирному распространению тоталитарной модели германского нацизма, расизма и антисемитизма. Мир стоял, по существу, на краю вселенской катастрофы. Поэтому победа, достигнутая вместе с союзниками, отвела, по существу, мир от этого края. И враги человеческой цивилизации были разгромлены, их безумные идеи надолго дискредитированы. Важно подчеркнуть в этой связи, что в отличие от Первой мировой войны основы нового послевоенного миропорядка закладывались еще в ходе совместными усилиями в ходе войны, совместными усилиями ведущих держав антигитлеровской коалиции. И важную роль здесь сыграли уроки, извлеченные из печального опыта Версальской системы. Я не могу в связи с этим не сказать о тех титанических дипломатических усилиях, которые предпринимались Советским Союзом в тесном взаимодействии с нашими союзниками по антигитлеровской коалиции. Руководство Большой Тройки понимало необходимость создания новых, более инклюзивных и эффективных механизмов поддержания международной безопасности и стабильности. Отсюда и проекты создания ООН, и Бреттон-Вудской системы, запущенные к концу войны.
Следует особо сказать о роли нашей страны в планировании и создании послевоенного мира, о роли нашей дипломатии, которая сегодня нередко замалчивается или искажается. На Западе стало модно изображать Советский Союз чуть ли не больным человеком, своего рода спойлером антигитлеровской коалиции, противопоставляя ее западным демократиям. Между тем, наша страна принимала активное, равноправное, иногда и решающее участие в создании этих новых международных институтов. Известный американский дипломат Чарльз Йост, участник конференции в Дубартон-Оксе, разработавший основу ООН, вспоминал, что ему, как американцу, досадно было наблюдать, что основной интеллектуальный вклад в разработку устава ООН внесли русские, прежде всего член советской делегации Аркадий Соболев. Должен с удовольствием отметить, что и два наших замечательных профессора, долгие годы работавшие в МГУ, а затем и в ГИМО после его создания, профессор Крылов и Дурдиневский, также были активными участниками подготовки устава Организации Объединенных Наций. И это было, разумеется, не случайно. Советское руководство не собиралось отстраняться от участия в формировании послевоенного мира. Известны слова Сталина о том, что Россия выигрывает войны, но не умеет пользоваться плодами побед. Русские воюют замечательно, но не умеют заключать мир, их обходят, не додают. Цитировал Сталина. Современник Первой мировой Сталин опасался, что и на сей раз западные союзники сначала используют Россию в качестве пушечного мяса, а затем обойдут при заключении мира. Победа в войне, превратившая Советский Союз в великую мировую державу, давала долгожданную возможность перевести гигантские жертвы войны и свершения советского народа в гарантии безопасности страны на долгие годы вперед. При этом советские планировщики исходили из продолжения взаимодействия с западными союзниками, которое считалось необходимым для решения основных задач, стоявших перед советской внешней политикой: долговременного обезвреживания Германии и Японии, легитимации новых советских границ и зон влияния за их пределами, получения экономической и финансовой помощи на послевоенное восстановление разрушенного хозяйства страны. Советское руководство было готово пойти дальше своих западных партнеров по послевоенном взаимодействии по обеспечению международной безопасности в ООН. Еще в 1942 году, во время визита Молотова в Вашингтон, Сталин полностью поддержал идею Рузвельта о четырех полицейских, Большая Тройка плюс Китай, как основных гарантах послевоенного мира. Не может быть сомнений, телеграфировал Молотов, что без создания объединенной вооруженной силы Англии, США и СССР, способной предупредить агрессию, невозможно сохранить мир в будущем. Хорошо было бы сюда включить и Китай. На Тегеранской конференции Сталин в развитии этой идеи поднял вопрос о создании коллективных вооруженных сил четырех держав, которые контролировали бы важнейшие стратегические пункты мира для предотвращения агрессии в будущем. Однако Рузвельт, согласившись на словах с этим на 100%, уклонился от конкретного обсуждения вопроса, и возможность продвижения на этом важнейшем направлении была упущена. То есть прообраз объединенного военного командования в виде военно-штабного комитета ООН впоследствии останется на бумаге. В Кремле обоснованно полагали, что решающим вкладом в разгром фашизма и огромными жертвами в этой борьбе СССР заслужил признание своих законных интересов безопасности и равноправное участие в послевоенной мировой политике. Советские эксперты видели расхождение геополитических и других интересов между великими державами, но считали, что эти расхождения не носят антагонистического характера и надеялись на полюбовное разграничение сфер безопасности в Европе по принципу ближайшего соседства. Это я процитировал Литвинова. Данные идеи, кстати говоря, перекликались и с проектами западных экспертов-международников, в том числе авторитетного обозревателя Липмана, который в своей резонансной книге «Цели Соединенных Штатов в войне» 1944 года называл эти возникающие сферы интересов стратегическими орбитами, вращающимися вокруг великих держав США с Великобританией, Советского Союза, а также Китая. Эти региональные системы безопасности, по мнению Липпмана, вполне могли бы уживаться друг с другом и дополнять работу Всемирной организации безопасности будущей ООН. В Москве, как, впрочем, и в Вашингтоне и Лондоне, сидели реалисты, которые не замахивались на создание идеальной системы безопасности, способной обеспечить мир на вечные времена. Сталин в Ялте говорил о необходимости сохранить мир на 50 лет. Майский в своей программной записке «Желательная основа будущего мира» писал
о 30-50 годах, охватывающей жизнь двух поколений. Поколение лидеров, переживших две мировые войны, не питало иллюзий насчет достижения всеобщей мировой гармонии. Тем не менее, созданная странами-победительцами Ялтинская Потсдамская система решила задачу сохранения мира на эту обозримую перспективу. И здесь я хотел подчеркнуть, что этому, конечно же, способствовал и демонстрационный эффект Великой Победы, наглядно показавший огромные мобилизационные возможности и военную мощь Советского Союза. Уважение к советской военной мощи и ее человеческому ресурсу сохранилось надолго и сохраняется до сих пор. Будет сохраняться, покуда была жива и будет жива память о ней. И, как говорил наш академик, всем хорошо известный академик Евгений Чторле, об известном роде ущербе, который влечет за собой нападение на Россию. Чторле говорил об этом в 1944 году, предсказывая полезность сохранения этой памяти еще в предстоящие тревожные времена. Я, конечно, текст у меня намного больше, но я понимаю ограниченность во времени, поэтому я, завершая, хотел бы обратить внимание только на два обстоятельства. Что после распада основы Ялтинской Потсдамской системы оказались подорваны, конечно, основы мира, которые были созданы после войны. И более того, началась настоящая война памяти. И в этой связи не могу не обратить внимание на... Завершаю. На резолюцию Европейского парламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы от сентября 2019 года, который провозглашал равную ответственность СССР и нацистской Германии. Я думаю, что исторические исследования сегодняшнего дня, в том числе и наша конференция, очень доказательно показывают неправомерность такого рода утверждений и вообще неправомерность тех спекуляций, соображений, толкований, которые появились в последнее время. Я думаю, что последовательная работа, которая ведется институтами Академии наук и вообще российскими учеными на этот счет, исключительно полезна, важна. Я поддерживаю предложение идеи Юрия Александровича сердечно продвигаться и дальше, в том числе организационно на этом направлении. Спасибо. Спасибо, Анатолий Васильевич, за ваше выступление, наполненное действительно очень интересными и фактами, и выводами. Спасибо. Передаю микрофон Александру Рогановичу Чубарьяну. Александр Рогановичвыступает в режиме видеоконференции. Пожалуйста, Александр Рогановичу. Звук, пожалуйста, Александр Рогановичу. Мы вас не слышим. Попробуйте что-то сделать. Александр Рогановичу все время проблемы с звуком. Александр Рогановичу, не слышим. Александр Иванович, микрофон да. Отключен. Александр Иванович, попробуйте еще раз. К сожалению, пока не слышим. Я предоставлю слово следующему участнику нашей конференции. А вы попробуйте исправить неполадки. Валерий Александрович Тишков. Пожалуйста. Спасибо, Сергей Евгеньевич, уважаемые участники конференции. Для нашего отделения историков и филологических наук это большая честь и удовлетворение мы испытываем, что принимаем участие в организации этой конференции. И наш главной институт в области отечественной истории здесь основной организатор вместе с другими, в том числе зарубежными партнерами. И с точки зрения, что касается нашего отделения, будем все делать, чтобы дальше поддерживать эту тематику, организационные вещи, и готовы тоже и обсудить этот большой проект о создании академической истории Великой Отечественной войны. Я же хотел сказать такой сюжет, который я называю такой антропологический анализ Великой Победы. У меня в прошлом месяце вопрос философии вышла статья на эту тему, хотя я сам историей, непосредственной историей войны не занимаюсь.
Но вот интересен сам по себе вопрос о ключевых факторах Великой Победы, потому что многие здесь вещи назывались, перечислялись, анализировались. Я же задался вопросом, есть ли основания говорить о свободном проявлении лояльности, любви к родине, чувстве советской общности среди граждан СССР как о ключевом факторе Великой Победы. Мы берем период войны как время, которое выпадает из нормы социальной жизни, когда сама нация подвергается особому испытанию. И известно, что оккупация гитлеровской Германии, некоторых европейских стран, например, Австрии и Норвегии, фактически привела к разрушению институтов государственности и к кризису национальной идентичности граждан этих стран. Воспевание вот австрийского опыта, австрийского патриотизма в период войны, который мы знаем по голливудскому фильму «Звуки музыки», был ничем, был в большей степени послевоенным искуплением, чем отражением действительно австрийского патриотизма в период войны. И Норвегия также может похвалиться только стойкостью представителей королевской короны, сохранившей власть в эмиграции, но особых проявлений национальной солидарности норвежской нации нам неизвестно. Эти примеры подтверждают, что склад негражданской нации, ее консолидация имеет к тому же, скажем, этническому составу населения далеко не самое прямое отношение. Население довоенной Норвегии было этнически гомогенным, но чувство норвежскости было в нем развито слабо. А другие, казалось бы, сложившиеся европейские страны выбрали разные варианты тоже коллективного поведения, не совсем, казалось бы, сложившиеся страны. Но, например, французы тоже элемент конформизма и официального сотрудничества с врагом имел место, хотя нация вполне сложившаяся была и считается даже такой примерной. А вот другие, менее гомогенные, скажем, те же британцы и далеко не до конца сложившиеся нации, например, в большинстве своем югославы, наоборот, выбрали жесткое сопротивление и проявили общегражданскую солидарность. И с этой точки зрения вот советский народ в отечественном явлении во многих отношениях уникальное, возможно, до конца еще не понятый и объясненный в силу его сложного меняющегося состава. В Советском Союзе патриотизм, как идея защиты Отечества, имели исторические корни. Они были наследованы от дореволюционных времени, нашли отражение в научном, публицистическом и художественном творчестве. Однако коммунистическая идеология наполнила этот патриотизм существенно новыми концептами. Большевики отринули прошлые страны как тюрьмы народов, как мир насилия. Они отвергли и разрушили многие культурные и религиозные основы российскости, уничтожив само слово «Россия» в названии страны. Но им удалось в ходе радикальной революции и построения новой советской страны представить ее как авангард человечества, как надежду мира. Что же касается этого национального фактора, то к новым идеологическим концептам добавились формулы союза народов, а уже в годы войны рождается и утверждается концепт советского народа. И все же отправным моментом при формировании гражданского самосознания служил исторический опыт контактов, в целом толерантных по отношению друг к другу представителей российских национальностей, а также последователей разных мировых религий, которыми импонировали коммунистическая идея равенства граждан и народов, установление справедливого порядка, а также усилия большевистской власти сохранить страну, историческую Россию. Вот после образования СССР появляются новые компоненты советского официальной идеологии. Это интернационализм, понимаемый как солидарность трудящихся в стране и во всем мире, а также дружбу народов, как взаимоуважение и сотрудничество представителей разных национальностей. Вот эти идеологические скрепы были задействованы быстро и эффективно, и уже в довоенный период существенными для формирования солидарности и патриотизма жителей страны становились повседневные социальные и культурные практики, совместный труд и творчество, обмен хозяйственным и культурным опытом, семейно-родственные связи, привязанности, увлечения, досуг, художественная литература, изобразительное искусство, этика коллективизма – все это создавало основу для чувства принадлежности к советской родине. Однако в какой мере все это было укоренено в обществе, чтобы проявиться в год войны? Прошло всего лишь четверть века
немногим больше, чем два десятилетия со времен революции. Слишком мало времени, казалось бы, прошло с момента ухода с исторической сцены старой России. И, кстати говоря, и слишком много страданий и травм уже успел нанести гражданам, целым этническим и социальным группам и советский режим. И здесь можно было бы как бы говорить, и этот момент присутствует, в том числе и в литературе до сих пор, что отсутствие, что духовной жизни предвоенные годы фактически не демонстрировала лояльность власти, и фактически есть такая школа, которая называется школой сопротивления. Я хотел бы здесь процитировать своего покойного ныне коллегу, академика Юрия Александровича Полякова, который писал, что, отмечая суть гитлеровского плана физического уничтожения самой страны и части населения, писал: «Советские люди поняли это уже в самом начале войны, и тогда стало ясно, что большая единая Родина – не только сумма малых территорий. Осознание этого объединило в общей ненависти к врагу и общем порыве людей разного социального происхождения и положения. Все нации и народности Советского Союза – русских и казахов, украинцев и грузин, белорусов и узбеков. Одна из главных причин всенародного подъема готовности к борьбе до победного конца состояла в том, что граждане СССР в своем большинстве были приверженцами социальной справедливости. В Советском Союзе доминанта общественного настроя, общественного мнения, общественного сознания военных лет представляется несомненной. Война против оккупантов справедлива, поэтому необходимо приложить силы для достижения победы». Можно говорить в целом, что в основе поддержки народом советского строя были социальные и идейно-ценностные основания, а не просто страх и принуждение. Этот вывод поддерживают сейчас и некоторые западные историки, несмотря на доминирование среди этой части специалистов по советской истории так называемой концепции сопротивления, которую я только что упомянул, то есть всеобщего неприятия населением коммунистического режима. Вот как считает американский историк Терстон, к началу войны подавляющее большинство советских людей поддерживало режим, я цитирую: «Террор и страх – ядро любого исследования, которое основано на использовании концепции тоталитаризма. Возможно, что значительная часть как немцев, так и русских испытывала страх перед государством, но он не был определяющим. Действительно, было множество ограничений свободы слова, многие возможности были закрыты для народа, степень принуждения и контроля со стороны правительства и правящей партии была значительной, но были и такие, кто не боялся государства, было огромное количество тех, кто поддерживал режим в СССР». Этот историк пришел к выводу, что без лояльного отношения советских людей к власти трудно объяснить готовность народа добровольно вступать в армию в 1941 году, уровень советской военной экономики, достигнутый в экстремальных условиях, саму победу в целом. Надо признать, что вот этот тезис школы сопротивления о том, что советский народ в своем большинстве не разделял ценности коммунизма, в какой-то степени опирался на документальные публикации 1990-х годов из советских архивов, ибо их составители, комментаторы сосредотачивались тогда на проявлениях недовольства и протеста среди населения, особенно среди интеллигенции. Однако в самые последние годы среди обществоведов феномен советскости стал заслуживать более конструктивного отношения, без пренебрежительности к некой совковости. И еще процитирую дальневосточного историка Тураева, который писал о формировании советской идентичности в годы войны. В условиях военного лихолетия период довоенной социальной неустроенности стал представляться как лучшее время жизни. Миллионы на фронте и в тылу остро почувствовали себя не столько русскими, украинцами, татарами и тому подобное, сколько советскими людьми. Кстати, напомним, что в начале 1942 года в действующей армии большинство состава, которые действительно составляли восточные славяне, прежде всего русские и представители народов Поволжья, также находилось более 1 миллиона азербайджанцев, армян, грузин, казахов, киргизов и узбеков, то есть представители наций союзных республик. С точки зрения социальной антропологии, которая обращает внимание на роль индоктринации и настроения, эмоций среди людей и коллективов, отмечу одну примечательную черту советского общества 30-40-х годов, а именно, потребовав всего два десятилетия,
что в сознании советских людей через систему образования, общественных организаций, средства информации, печати, радио утвердились главные постулаты коммунистической идеологии, что социализм должен победить во всем мире, что СССР – это плод трудящихся всех стран в их борьбе против эксплуататоров, что миссия страны – защищать угнетенные народы и нести в мир идею равенства и братства людей. Этот момент быстрой индоктринации населения страны представляется поучительным, особенно для современного мира, принципиально новых методов воздействия на массовое сознание и представление людей. И в этой связи хотел бы сказать, что советский народ, как сконструированный сверху на основе исторической преемственности и реальных повседневных практик, форма самосознания, или мы говорим сейчас идентичности, граждан нашей страны, был не мифом, а спасительной реальностью в годы тяжелых испытаний. Точно так же ныне определяющая форма общенациональной идентичности, воплощенной в понятие «российский народ», является самой важной в обеспечении солидарности современных россиян и их готовности защищать свою родину. Спасибо. Спасибо, Валерий Александрович. Ну, пробуем еще раз услышать Александра Агановича Чубарьяна. Да, как сейчас слышно? Александр Агановича, отлично слышно. Пожалуйста, вам слово. Да, уважаемые коллеги, я думаю, что конференция, которая сейчас проходит, должна действительно внести свой вклад в изучение истории Великой Отечественной и Второй мировой войны. Я согласен со всеми, кто выступал здесь, подчеркивая международное значение проблем и военные наши успехи. Должен сказать, что у нас по международной части довольно активно развивается сотрудничество с нашими коллегами за рубежом. Две недели назад мы провели в рамках совместной комиссии историков России и Германии круглый стол на тему о подготовке кануне происхождения Второй мировой войны. Я должен констатировать, что наши немецкие коллеги практически, и мы, что немецкие коллеги подчеркивали ответственность Германии, именно Германии, нацистской Германии, за возникновение Второй мировой войны. Мы, конечно, видим, о чем говорилось уже сегодня, проблемы политизации истории, которые есть у наших соседей, особенно в Польше, Прибалтике. Но я должен сказать, что и в Польше, и в балтийских странах есть историки, с которыми мы сотрудничаем. Хотя у нас есть разные, может быть, точки зрения, но мы стараемся находить какие-то компромиссные решения. Я хотел бы сказать, что 75-летняя годовщина войны должна, как мне кажется, подтолкнуть нас к изучению сложных проблем, может быть, даже мало изученных проблем Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Сейчас во всем мире в историографии все больший акцент идет на социальные проблемы. Общий вопрос такой: война и общество. Идет такой антропологический некий крен, то есть изучается человек. Человек на фронте в нашей стране, человек в тылу, человек в оккупации, человек в плену и человек коллаборационистом с нацистской Германией. Мне кажется, это очень такой обещающий пункт, обещающее направление, которое может объединить историков разных стран в изучении последствий самой страшной войны, которая была в 20-м столетии. Мне кажется, очень важно для нашей страны разных слоев населения, настроение крестьянства, настроение рабочего класса, очень важно настроение интеллигенции. В сущности, наше офицерство, которое принесло нам победу вместе со всей армией, возвращаясь домой, они оценивали и успехи, это были патриоты. Но я могу сказать, что и сейчас по документам видно, и я могу свидетельствовать, и как все-таки, хотя и мальчик был, но помню, на реальном плане некой либерализации, я бы сказал, употребляется современный термин. Словом, настроение офицерства – это очень важный момент, который, мне кажется, надо изучать и учитывать. Вообще во всем мире интересуются этими проблемами. Например, в Англии сейчас есть интерес понять, почему в 1945 году самые, так сказать, пик эйфории победы население отказало победителю поддержки,
Черчилль проиграл на выборах, все неожиданное для себя и для его союзников в Англии. Это именно свидетельство смены некоторых социальных приоритетов, которые уже были по всему миру. Здесь вот сейчас Валерий Александрович говорил насчет настроений национальной пропаганды, самосознания и так далее. Я думаю, еще очень важная тема идеологическая. Как мы, в общем, во время войны, я-то считаю, что и пакт Молотова-Риббентропа этому показал это. Мы поменяли концепцию, в общем, мировой революции на концепцию защиты национальных интересов. И это было совершенно очевидно. Апофеозом этого был 43-й год, в годы войны, когда был распущен Коминтерн. Я думаю, что дело было не только в том, что Сталин прокладывал как-то руку к союзникам, но это было уже смена парадигмы, которая получила наибольшее выражение в 1946 году в выступлении Сталина после войны известном, где он обратился к национальным прошлому нашей страны и впервые в советской истории давал позитивные, очень большие оценки наследию старой царской России, древних периодов нашей страны. Я думаю, это тоже сюжет, который было бы неплохо разрабатывать нам. Слово мое действие в том, чтобы эта годовщина, которая пошла, помогла бы нам не только осознать подвиг, который совершила наша страна, но который бы и подтолкнул ученых и научных работников к изучению этих проблем. Я тоже поддерживаю предложение Юрия Александровича Петрова относительно большего и научного, и организационного какого-то внимания к проблемам истории Великой Отечественной войны. Я вам должен сказать, Юрий Александрович, что я ведь хорошо знал Минцы и хорошо знал эту комиссию, которую он собирали эти данные. Я помню, как он рассказывал, как они же приглашали военачальников, генералов, простых людей на эту комиссию, которая была создана. Они работали тогда в центре Москвы. Поэтому я думаю, что воссоздание всего этого достаточно интересная вещь. Словом, в наших планах должно быть и международное сотрудничество, но я думаю, что и должно быть внимание к тем теоретическим, практическим, интересным проблемам, которым была связана Великая Отечественная и Вторая мировая война. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Александр Иванович. Попрошу выступить Андрея Николаевича Артизова, руководителя Федерального архивного агентства. Уважаемый Сергей Евгеньевич, Александр Михайлович, коллеги, история Второй мировой войны многие десятилетия находится в центре внимания в мире. Нельзя не признать, события, которым исполнилось уже 3/4 века, не являются достоянием только академической науки, они используются в современной политике и идейной борьбе. И в последнее время особенно активно. Историческую политику государство повсеместно выстраивает с целью формирования и воспроизведения правильных в собственном понимании образов прошлого в сознании своих граждан. Это в полной мере относится не только к странам бывшего социалистического лагеря, отказавшимся от монополии на истину марксистско-ленинской идеологии, но и государствам так называемого «золотого миллиарда», которые не сумели последние десятилетия реализовать концепцию однополярного мира, хотя и не оставили попыток это продолжить сделать. И вот в этих условиях, современных условиях, свою профессиональную миссию российские историки и архивисты видят в том, чтобы сделать максимально доступным колоссальный массив отечественных и имеющихся у нас зарубежных источников о Второй мировой войне. В отличие от наших советских предшественников, мы в реализации этой миссии свободны и располагаем уникальными цифровыми технологиями, которых ранее не было. А возможность свободно читать и изучать всю совокупность источников, безусловно, сужает поле для искажений и фальсификаций. Президент России Владимир Путин в своей статье «75 лет Великой Победы. Общая ответственность перед историей и будущим» специально отметил принципиальную необходимость в осмыслении уроков войны опираться на архивные материалы и подчеркнул, что мы будем твердо защищать правду, основанную на документально подтвержденных исторических фактах. За последние годы нами отработан формат работы, включающий три формы –
экспозиционная, это документальная выставка с демонстрацией подлинников, книжная, книга, каталог выставки и, наконец, электронная, то есть размещение на электронных ресурсах интернет-проектов на основе материалов выставок. Хотел бы подчеркнуть, что все выставки в выставочном зале, как и доступ к электронным публикациям, абсолютно бесплатны. Еще один важный момент. Современные информационные технологии серьезно облегчают просветительскую задачу, позволяя гражданам и нашей страны, и всего мира 24 часа в сутки круглогодично знакомиться с архивными документами, выбирая удобное время и режим просмотра. И в этом смысле за электронными изданиями, за электронными публикациями безусловно будущее. Хотя такие публикации не отменяют традиционные книжные, и также требуют серьезных профессиональных усилий источниковедов, архивистов, в том числе по атрибутации и описанию источников. Остановлюсь на последних, наиболее значительных интернет-проектах. На общероссийском портале Архива России функционирует сайт «Победа». На сайте размещен комплекс наиболее ярких и доступных для всех граждан аудиовизуальных документов из фондов 6 федеральных и 86 государственных архивов регионов России. С 2015 года, кроме фото и кинодокументов о войне, сайт впервые дополнили и звукозаписи, фонодокументы, в том числе записи выступлений знаменитых советских военачальников, голоса можно послушать, ну, например, маршала Жукова, выступающего на митинге 7 ноября 1943 года, сразу после освобождения города, на Крещатике выступает. А также стихи поэтов-фронтовиков послушать в их исполнении. В сентябре 2018 года на сайте и портале Архива России был представлен виртуальный проект, его здесь уже упоминали, накануне и после Мюнхена архивные документы рассказывают к 80-летию Мюнхенского сговора. Это центральная тема проекта – конференция четырех держав в Мюнхене в конце сентября 1938 года, в результате которой лидеры Германии, Великобритании, Франции и Италии подписали соглашение о передаче Третьему рейху Судетской области. Ну а сам проект охватывает исторические события с ноября 1937 по март 1939 года. Почти 500 документов, более 2000 электронных их образов из фондов российских государственных и ведомственных архивов, в том числе и архивов службы внешней разведки. Широко задействованы впервые трофейные материалы, которые были выявлены также впервые в фондах иностранного происхождения Российского государственного военного архива. Это прежде всего документы иностранных спецслужб, германских, польских и французских. И большинство документов ранее не было введено в научный оборот и рассекречено специально для проекта. Не побоюсь сказать, впервые в исторической науке собран такой обширный массив документов, показывающих предысторию и подоплеку Мюнхена. Тему предыстории Второй мировой войны продолжает следующий проект, 1939 год, от умиротворения к войне, который также размещен на сайте и портале Архива России. С августа прошлого года его хронологические рамки – проект охватывает период с марта по сентябрь 1939 года, прямое продолжение Мюнхена. И здесь уже более 600 документов и фотографий, почти 2000 электронных образов и полчаса кинохроники. Из отечественных архивов, а также и политического архива МИД Германии. Я благодарю наших немецких коллег за сотрудничество, они всегда откликаются на наши просьбы. Основной массив русскоязычных документов дополнен трофейными, переведенными с английского, немецкого, польского и французского языков. В юбилейный год нынешний на сайте Росархива и отраслевом портале Архива России открылась выставка «Сталин, Черчилль, Рузвельт. Совместная борьба с нацизмом». Она призвана ознакомить широкую общественность с важнейшими документами и артефактами становления антигитлерской коалиции и охватывает период с марта 1938 по сентябрь 1945 года, показывая роль личной дипломатии лидеров стран-союзников и добавляет многие ценные штрихи к картине тех событий, такие как открытие Второго фронта, ленд-лиз, поставки, вклад ленд-лиза в победу, конференции в Тегеране, Ялте и Потсдаме. Благодарю вот
рядом находящегося со мной печатного Владимира Олеговича, потому что он был у нас научный консультант этого проекта. И также хочу сказать, что здесь не только отечественные документы, но свои материалы представили зарубежные партнеры, Национальный архив Великобритании, Национальное управление архивов и документации США, Президентская библиотека и музей Франклина Рузвельта, Президентская библиотека, музей и дом детства Дуайта Эйзенхауэра. В мае нынешнего года на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина открылся онлайн-доступ к комплексу архивных документов кино- и фотохроники первой части масштабнейшего проекта «Вторая мировая война в архивных документах», проект, который мы реализуем во исполнение поручения, данного нам по посланию президента России. Он реализуется Росархивом управлением делами президента с участием архивных служб МИДа, Минобороны, ФСБ и службы внешней разведки России и Российского исторического общества. Доступная сегодня первая часть комплекса охватывает период с момента прихода к власти нацистов до нападения гитлеровцев на Польшу, то есть до 1 сентября 1939 года. На момент запуска проекта включено 1700 документов, половина опубликована впервые. Информационный ресурс вводит в научный оборот большое количество ранее малоизвестных историкам и широкой общественности документов, которые позволяют непредвзято посмотреть на международные отношения накануне Второй мировой войны. В течение ближайших 4 лет планируется дальнейшее размещение электронных массивов документов, отражающих историю войны. Вторая часть комплекса будет размещена весной следующего года. Она охватывать будет события с 1 сентября 1939 года по 22 июня 1941 года. И включать такие дискутируемые темы, как падение Польши, странная война на Западе, разгром Франции, советско-финляндская война, инкорпорация прибалтийских стран в состав СССР, советско-германские отношения и визит Молотова в Берлин в ноябре 1940 года, подготовка Советского Союза к предстоящей войне. И скажу аккуратно, эта часть комплекса будет еще более объемной, чем первая. А, кстати, первая часть также будет дополняться. Совсем недавно, 3 сентября нынешнего года, в день окончания Второй мировой войны, размещен у нас еще федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны». Межархивный проект уникален по количеству участников и комплексу собранных материалов. Более 2600 документов, 10 тысяч примерно электронных образов, языкозаписей, кинохроники, более чем 90 архивов федеральных, региональных и ведомственных. Специально для проекта рассекретили большой массив документов. Ряд первоклассных трофейных немецких документов, преимущественно для раздела «Анатомия зла». Это раздел о планах нацистского руководства в отношении стран Советского Союза, что ожидало проигравших, унтерменьши, то бишь, советское население. Их специально перевели на русский язык. Ну и комплекс отражает преступления, совершенные нацистами и их союзниками и приспешниками против мирного населения на оккупированной территории РСФСР и Карело-Финской ССР. В дальнейшем проект пополнит документы о Нюрнберге и о преступлениях, совершенных на территориях других республик Советского Союза. И использует проект также информационные технологии. Для навигации разработана специальная система ключевых слов тегов, более 90 их. Они помогают найти и структурировать включенные в проект документы по конкретным темам: женщины, дети, принудительный труд, там, финские войска, румынские войска, и сразу выкатывается все то, что имеет отношение упоминание документов к этим конкретным вещам. И имеются также развернутые именной географические указатели с расширенным поиском. Один из разделов проекта – своеобразный мартиролог упоминаемых в архивных документах жертв погибших мирных жителей. Это своеобразная книга памяти жертв немецко-фашистских захватчиков, их сообщников и пособников. Есть и другие начинания, реализуемые с помощью информационных технологий. О некоторых из них я не говорил, но здесь уже сегодня рассказала уважаемая коллега
из Германии, директор Германского исторического института Сандра Дальке. Это вот про оцифровку немецких трофейных документов и огромный проект, связанный с военнопленными. Добавлю также, что полностью оцифрован, доступный в интернете фонд Государственного комитета обороны. Это чрезвычайный орган управления страной в годы войны. Все постановления Совета народных комиссаров Советского Союза периода Великой Отечественной войны. За неимением времени останавливаться дальше на других проектах не буду. В заключение скажу только, что эти опубликованные комплексы источников не просто важны и значимы для нашей исторической памяти. Они и вызывают живой общественный интерес. За два года более 1 миллиона посещений этих интернет-проектов. А ведь это не развлекательное чтиво. Это научные электронные публикации архивных источников. И, несомненно, подобную деятельность мы продолжим и в дальнейшем. Спасибо. Спасибо, Андрей Николаевич, за выступление. Я тоже со своей стороны отмечу, что вот почти любая научная, научно-практическая конференция по тем или иным событиям мировой и отечественной истории, любая историческая выставка убедительно свидетельствует о том, какие богатства, исторические богатства содержатся в отечественных государственных архивах. И, конечно же, такое широкое знакомство наших граждан с подлинными историческими документами дает такую точную и правильную картину нашего прошлого и дает нашим гражданам осознание того, насколько действительно велика российская история. Спасибо вам большое. Попрошу выступить Сергея Владимировича Журавлева, заместителя директора Института российской истории Российской академии наук. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, моя задача заключается в том, чтобы поподробнее рассказать вот о той самой книге, которая лежит перед вами, которая была подготовлена коллективом Института российской истории Академии наук как раз к 75-летию Победы, которая была издана и, в общем, появилась благодаря фонду «История Отечества», благодаря Российскому фундаментальному фонду, научному фонду РФФИ, фонду фундаментальных исследований. И мне кажется, что в какой-то степени мы попытались, когда делали эту книгу, заложить некоторые приоритеты на будущее научные исследования. Вот об этом, собственно говоря, о новизне этого издания и о приоритетах, как я их вижу, мне бы хотелось в двух словах рассказать. Ну, во-первых, здесь уже говорилось о том, что это за материал. Это фонд комиссии Минца, это стенограммы бесед с военнослужащими, которые проводились во время войны. В основном выезжали сотрудники комиссии на места боев. Часть опрашивалась в Москве, когда они приезжали на вручение высших наград государства. Это проект научный. Мы его рассматривали как, безусловно, академический проект в первую очередь. Но одновременно он имеет безусловную общественно-политическую значимость. Это, я бы сказал, гуманитарный проект. Хотя бы потому, что некоторые респонденты, авторы интервью, не дожили до конца войны. В 1943-1944 году с ними были взяты интервью. И возможно, что для их потомков, для сыновей, внуков этих людей, вот то, что опубликовано здесь, это единственное, что сохранилось об их предках. И благодаря тем самым нашей книге, мы можем рассказать современному поколению о том, как сражались их предки. Это, мне кажется, что это очень важная гуманитарная составляющая. Второй момент. Мы получили действительно, я бы сказал, алмазы, но нужно было эти алмазы еще огранить, провести огранку. А как это сделать? Как подать, так сказать, этот материал и какие научные проблемы встают при этом. Вот это был, собственно, большой вопрос для авторского коллектива, который приступил к работе над этими стенограммами. Что получилось в результате? Перед вами книга, которая примерно только половину, в
которые примерно только половину составляют, собственно, публикации стенограмм. Вторая половина – это анализ, это комментарии, это аннотированные указатели, что практически никто сейчас уже не делает, потому что это самостоятельный гигантский труд. Для того, чтобы найти фотографии каждого респондента, они помещены в начале стенограммы. Была проведена тоже гигантская работа, и в интернете мы искали на разных сайтах, и в целом ряде музеев и библиотек эта работа проводилась. Таким образом, в общем, то, что вы держите в руках, это одновременно и публикации документов, и их самый тщательный анализ. Вот именно то, что, чем необходимо заниматься, на мой взгляд, ученым в первую очередь. Это здесь и источниковедение, и археография, и другие направления, собственно говоря, анализа текста. Что еще в научном плане здесь важно? Важно то, что мы подошли к тем сюжетам, которые, мне кажется, еще до сих пор в исторической науке в должной мере не освещены. И именно эти источники, которые перед вами, позволяют эти вопросы в той или иной мере решить. Взгляд на войну из солдатского окопа и из командного пункта, он был действительно очень разным. И то, как рассказывает солдат-пехотинец, то, как рассказывает артиллерист, то есть представители разных еще и воинских специальностей, это на самом деле самые разные рассказы о войне. Они очень часто не совпадают. И вот такое объемное видение боя возникает только тогда, когда мы анализируем разные взгляды на этот бой представителей и разных воинских профессий, воинских специальностей, и людей, которые имели разные воинские звания. И таким образом, вот в этой книге как раз впервые предложена попытка такого комплексного подхода к анализу боя, причем сквозь восприятие человека. Что еще бы хотелось сказать об этом источнике? Это очень эмоциональный источник стенограммы бесед. Именно потому, что во время войны расстояние между жизнью и смертью было минимальным. И люди рассказывали так и о том, о чем они после войны, возможно, никогда бы не рассказали. Потому что после войны уже складывалось постепенно представление о том или ином сражении. И вот уникальность того материала, который мы имеем, как раз и заключается в том, что это такой оголенный нерв войны. В этом смысле, конечно, мне кажется, что эта книга абсолютно вписывается и в то, что делают те проекты, о которых здесь говорил руководитель нашего архивного агентства, и в антропологический поворот, о котором говорил Александр Ганович Чубарьян. Вот мне кажется, что общими усилиями мы здесь подходим к очень важному вопросу объединения представителей разных научных профессий, архивистов, историков, представителей отечественной истории, всеобщей истории. Нам необходимо объединять усилия для того, чтобы в комплексном плане изучать в дальнейшем историю Великой Отечественной войны. Конечно, то, что идет процесс цифровизации, информации о войне, это очень важно, но обязательно, на мой взгляд, должна присутствовать и вторая составляющая – анализ этих документов. Тщательный анализ, потому что обычный человек, который не знает детали, подробности истории войны, он может не разобраться в этих документах. А документы порой бывают довольно сложные, довольно проблемные. Так вот, историк, специалист по этой тематике, он должен помочь рядовому читателю интерпретировать для него этот документ и рассказать, о чем же он говорит на самом деле. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Сергей Владимирович, и за выступление, и за большую работу по подготовке этого издания. Уважаемые коллеги, мы работаем полтора часа. Я предлагаю сделать перерыв. Через 10 минут после перерыва вернуться в зал для продолжения нашей работы. И попрошу Юрия Александровича Петрова после перерыва быть ведущим нашей конференции. Ну а пока поблагодарю всех, кто выступил в первой части. Спасибо.
продолжаем нашу конференцию. У нас вторая часть пленарного заседания. Намечено 4 доклада, которые мы должны уложить в час. Поэтому прошу докладчиков быть сугубо внимательными к регламенту и не выходить за его пределы. Еще одно организационное объявление. В связи с обострением пандемической обстановки, часть нашего пленарного заседания, намеченная в здании Германского исторического института, пройдет не там, а в нашем институте, в Институте российской истории. Так что всех участников, и кто присутствует здесь, и кто подключен через Zoom, прошу это иметь в виду, чтобы участвовать в дальнейшем в нашей работе. А сейчас позвольте начать заседание и предоставить слово сотруднику Германского исторического института Кудряшову Сергею Владимировичу. Валерьевичу, прошу прощения. О чем его программе есть у вас тема, он сам подробнее расскажет. Пожалуйста, Сергей Владимирович. Спасибо. Всегда приятно выступать в Академии наук. Все дают 15 минут, чтобы рассказать о фундаментальных итогах развития науки и наметить цели на будущее. Так сильно. Даже на телевидении дают больше времени сейчас. Ладно, я попробую. Нужно подчеркнуть какие-то существенные вещи, которые волнуют меня как историка, о чем мы сейчас думаем, когда готовим том по войне. Во-первых, начну с самого тривиального факта, который я часто повторяю в разных аудиториях, и который уже сегодня тоже, о котором говорили наши участники, что мы уже очень много знаем о войне и про войну. И объем информации, которым мы обладаем, он колоссален. И одному человеку или большой команде ученых, даже, может быть, и сотням ученых, эту информацию отдельно не осмыслить. Как пример, я вам приведу, что только на русском языке опубликовано 60 тысяч книг. Книг, не статей. А на 4 уже языках, я так периодически считаю, смотрю в библиотеке, на 4 европейских основных языках, французский, английский, немецкий и русский считаем, уже более 200 тысяч. А еще есть азиатские страны, есть еще малые языки, там тоже крупные. То есть, понимаете, не то что одной, там уже сотен жизней не хватит, чтобы просто осмыслить всю эту литературу и все эти источники. Колоссальные объемы. Поэтому, когда люди, которые, скажем, не очень следующие по войне, приходят в книжный магазин и видят книги, и там вам говорят, что все, вот этот автор откроет все тайны, что только ему доступна какая-то там особая информация, надо быть очень аккуратным, это не так. Тогда, конечно, возникает закономерный вопрос, если столько уже опубликовано и столько знаем, то что же нам не хватает современного поколения, куда же мы задвижемся? Мои коллеги уже здесь говорили. По сравнению с нашими предшественниками, а мы стоим на плечах наших предшественников, как и во всех областях знания, нам доступны, конечно, уже немножко другие технологии и возможность изучать многие сюжеты более предметно и целостно. Конечно, здесь надо отметить, что мы пользуемся сейчас и достижениями других наук, об этом уже говорили в первой части заседания, это и антропология, и социальная психология, и даже медицина. Хотя я как историк должен сказать, что мы этим пользуемся, но до определенного момента, что эти науки не заменяют историю как науку, они помогают. Поэтому здесь надо быть немемножко аккуратным. Хотя я действительно многие вещи начинаем понимать по-разному. Например, никогда не изучали голод до 21 века, в годы войны, как сейчас изучают. И здесь, конечно, помогает и социальная психология, и медицина. Потому что реакция человека на голод, оказывается, очень разная. Или никогда не изучали, например, панику на войне. Что такое паника на войне? Она бывает во всех армиях. А почему она возникает? Как с ней бороться? Что делать? Оказывается, что люди разного психотипа по-разному реагируют.
Поэтому паника – это такое явление, которое впервые стала изучать наука. Тут раньше об этом даже не думали. И, конечно, у нас появились новые документы, которых раньше не было. Это по сравнению с нашими предшественниками, которые изучали войну во второй половине 20 века, мы уже можем конкретно ответить на многие вопросы, на которые, к сожалению, наши предшественники не могли ответить. У нас появились документы, и без них мы раньше вообще не могли ничего сказать. Ну, просто вот одна иллюстрация, это, вы помните, было заявление ТАСС 14 июня 1941 года, которое дезавуировало слухи о плохих отношениях Советского Союза с фашистской Германией. И очень много в воспоминаниях людей, и полководцев, и у Жукова, например, вы увидите, что это вот очень плохо повлияло на советский народ, не давало вот мобилизоваться и так далее. И историки никогда не могли ответить, ну зачем Сталин это сделал? Ну почему он опубликовал это заявление? А теперь мы знаем, что только 4, может быть, 5 человек были информированы, что в это время шел оживленный обмен мнениями между немецким послом Шуленбургом, Сталином, Молотовым и Деканозовым. И Шуленбург пришел и сказал, давайте обменяемся письмами на высшем уровне, чтобы снять вот эту напряженность, чтобы добиться каких-то новых отношений и желательно послать письма друг другу. Сталин пошлет письмо Гитлеру, Гитлер напишет Сталину. И это очень заинтересовало генсека. То есть Сталин принял это предложение в общем полностью, он согласился. А потом Шульберг пришел и сказал, что у меня нет полномочий, я действовал сам по себе, извините, я ничего не могу сделать. И это вызвало большое беспокойство в Кремле. Об этом долго думали. Сталин целый месяц не знал, что делать. А потом взял вот и опубликовал это заявление. И если мы посмотрим на содержание бесед Сталина и Шульберга, то мы видим, что не Сталин и Шуленбург, а Молотов и Шуленбург, мы видим, что Шуленбург буквально повторяет вот те вещи, которые Сталин включает в это заявление ТАСС. Поэтому вот это заявление ТАСС от 14 июня, это и есть письмо Сталина, о котором просил Шуленбург. Конечно, никто этого не знал. А мы теперь вот можем на такие вот конкретные вот совершенно вопросы можем дать ответы. Другие примеры касаются пластов трофейных материалов, которые мы получили доступ в 90-е годы. Об этом мы даже мечтать не могли. Например, нацисты приложили колоссальные усилия, чтобы уничтожить наиболее важные документы о своих преступлениях. Они их специально уничтожали. И поэтому, к счастью, именно у нас здесь, в России, в наших архивах мы нашли очень важные материалы. Например, были же организованы специальные Einsatzgruppen, которые занимались убийством почти ежедневно тысяч людей на оккупированных территориях. Так вот, архивы Einsatzgruppen уничтожили многие. Нацисты даже некоторые казни снимали на пленку. Есть косвенные данные, что, например, расстрел в Бабьем Яру они тоже снимали на пленку, а потом показывали в рейхсканцелярии, а потом уничтожили. Никак найти не можем. А у нас нашли вот отчеты Einsatzgruppen А в архиве. Детальные. Это, конечно, был целый прорыв. Или, например, дневник Геббельса. Недостающие его части мы нашли у нас в Москве. И благодаря этому немецкие коллеги издали многотомный дневник. Это уникальный источник по истории нацизма. Почему это еще очень важно? Потому что, вот вы не поверите, многие не знают, что до сих пор не обнаружено ни одного письменного документа, приказа или распоряжения Гитлера, где бы он говорил об убийстве евреев. Нет. Косвенные данные есть, а прямых улик нет. Это создает различные теории заговора, что фюрер мог этого не знать, что этим всем занимался Гиммлер, да? А он как бы тут ни при чем. Поэтому вот эти новые материалы, они дают нам просто прорывные знания. Опять же, у нас в архиве мы нашли служебный дневник Гиммлера, недостающие части. Для неспециалистов это вообще ни о чем не говорит. Там, понимаете, дата,
какое-то место. А когда специалисты приходят, берут карту, накладывают перемещение Гиммлера на карту и карту основных массовых убийств населения на оккупированной территории, мы видим, что Рейхсфюрер был почти везде, где убивали людей. И это совершенно другая система доказательств, крайне важная для нас. Большим преимуществом современной науки, и это, конечно, тенденция именно нашего времени, это целостный подход к изучению многих явлений. То, чего, в общем-то, раньше было невозможно, силу холодной войны и разобщенности историков. Поэтому вот сейчас, когда мы можем сотрудничать по многим вопросам с немецкими, британскими, американскими историками, это, конечно, получается совсем другая картина. Но вот могу на личный опыт сослаться, что мы долгое время думали, что утеряна полностью статистика по экономическая статистика нацистская по оккупированным районам, что у нас никогда не было каких-то общих данных, мы не могли это сравнить. Опять же, у нас в архивах нашли эти материалы. Это понадобилось 14 лет группе ученых из Евросоюза, включая наших отечественных специалистов, чтобы опубликовать первые книги на эту тему. Там только языков нужно было больше 20 языков, чтобы понять все экономики и понять всю эту статистику. То есть то, что раньше, это было совершенно невозможно, а сейчас мы это можем делать. Что дальше? А дальше у нас всегда возникает вопрос о так называемой секретности материалов. Это большая проблема. Она досталась нам в наследство от советского общества, потому что тогда при советской власти почти все документы такого уровня были секретны. Мы имеем дело с достаточно большими материалами по войне, которые до сих пор еще не открыты. Почему? Ну, во-первых, это рутинные процессы сейчас рассекречивания, что нужны протоколы специальных комиссий, штампы надо проставлять и так далее. Я вот посчитал, что если следовать всем этим процедурам, то документы само Центрального архива Министерства обороны рассекретят приблизительно через 40 лет, если идти такими темпами. Что, я думаю, многих не устраивает, потому что как бы хочется как бы при жизни что-то там узнать. Я понимаю, что там нам многим будет там за 120 лет, но как бы хочется пораньше. Вот. И есть, конечно, уже так, и эта секретность как бы, она просто мешает, не дает ответить на конкретные вопросы. Ну, вот помните, в 90-е годы вышла книжка, которая имела большой резонанс. «Гриф секретности снят», она называлась. То есть о потерях Советского Союза в годы войны и в других войнах. Но заглавие книги обманчиво, оно неверно, потому что даже тогда, когда она вышла, «Гриф секретности» не был снят с большого количества материалов. Книга вышла вторым изданием в 2002 году, а «Гриф секретности» продолжает оставаться. И до сих пор многие материалы по потерям Красной Армии в годы войны, они остаются секретными. Ну, историки не всегда могут объяснить, почему они секретны, но это эксперты должны объяснять. Но если мы, как ученые, не имеем всей информации, мы не можем прийти к определенным выводам. Ведь это же мы на этом делаем свои выводы. Мы должны сравнивать эти статистические данные. Если мы их не можем сравнить, какие мы можем делать выводы? Мне кажется, что здесь, конечно, я думаю, что здесь должно быть решение какого-то высшего органа нашей страны или указ президента. Вполне можно, например, документы считать, допустим, я не знаю, по объявить несекретные материалы там, по сентябрь или декабрь 1945 года несекретными. Тогда не надо будет проставлять все эти штампы, не надо будет следовать этим всем механизмам. Я бы об этом задумался. Потому что это просто уже мешает пониманию многих вопросов. Ну, как пример, вот Сергей Евгеньевич ушел, но по разведке. Но у нас довольно много опубликовано по внешней разведке и вообще по разведке в годы войны. Но это очень часто романизированные публикации, такая полухудожественная литература.
Наука не может опираться только на художественную литературу. Нам нужны какой-то анализ информации. И здесь, например, что можно сделать? Вот самое простое, с чего начать. Можно опубликовать все разведдонесения на имя Сталина с января 1941 года по 22 июня. Они все есть, они все, так сказать, в одном томе. Том секретный, но можно же его рассекретить и с помощью историков показать, что было. А потом мы тогда увидим, что пошло, какая информация шла по разведуправлению, а какая шла через Коминтерн, через дипломатию и так далее. И, конечно, нам нужны хорошие материалы по разведке. Это сложная тема, конечно. Но ученые должны на что ссылаться, должны какие-то быть фундаментальные исследования, на которые можно доверять. Что новое, что нас еще ждет в ближайшее время? Я думаю, что мы до сих пор не изучили войну как противостояние. То есть мы иногда знаем, берем книгу, знаем, как действовали немцы, как действовали там румыны или другие союзники нацистской Германии, или как действовала Красная Армия, но у нас нет как это шло понимание воюющих сторон друг друга, как осознавала ли та или другая сторона ее планы, как это обсуждалось. Таких работ, в общем-то, почти нет. И здесь огромную роль сыграют карты. Карты войны до сих пор тоже почти не изучены, а мы, как сейчас видим в архиве Генштаба, нашего Генштаба и в новых документах, которые стали доступны из немецких архивов, у нас есть ежедневные карты немецкого генштаба и нашего генштаба со всеми этими стрелочками и так далее. И если, используя современные технологии, мы это оцифруем, вы можете войну увидеть как кино. Это вообще уникально. Таких возможностей раньше не было, а сейчас они есть. И я думаю, что это будет именно прорывной технологией. Мое время уже приближается, сейчас еще буквально несколько сюжетов. Конечно, о потерях я сказал, да, нам нужно снимать эти ограничения, потому что здесь не надо ничего бояться, потому что мы уже почти все знаем. Но, конечно, нужно спорить, потому что военные, например, наши военные коллеги не хотят считать потери других категорий населения и приводить их к категории военные потери. Например, они говорят, что мы говорим только о списочном составе армии. А что делать с ополчением? Они в военкоматах не регистрировались, а тоже погибли. Мы куда их записываем? Или, например, потери партизан, они тоже от военкомата никаких билетов не получали, тоже не регистрировались. Мы куда их должны записывать? Мне кажется, здесь, в общем, это серьезный вопрос, такой методологический и, в общем-то, моральный. И то же самое с военнопленными. Военные коллеги отрицают немецкую статистику по военнопленным. Они говорят, что было меньше, чем 5 миллионов. У немцев максимальная цифра 5,7, 5 миллионов 700 тысяч, минимальная 5 миллионов 350 тысяч. Наши военные говорят, что чуть больше 4 миллионов. Потому что тоже они считают, что не все военнопленные были реально военными. Действительно, например, до марта 1943 года немцы не брали в плен партизан. Их расстреливали после допроса. А потом поняли, что партизана тоже можно использовать, его допрашивали, посылали в лагерь. Мы тогда как этого партизана называем? Он кто, если он не военнопленный? Такого рода вопросы, они все время возникают, и мне кажется, здесь, конечно, над этим надо серьезно работать. И есть такой болезненный один сюжет, которым нам придется заниматься, от него никуда не уйдешь. Это вопрос о насилиях, война и насилие, и особенно этой теме, которая постоянно обсуждается на Западе, это насилие, в том числе и красноармейцами, над гражданским населением в оккупированных районах Европы. В западной историографии даже посчитали, что красноармейцы будто бы изнасиловали 2 миллиона немок. У нас нет надежных источников на эту тему, потому что статистика военных трибуналов закрыта. А этого бояться не надо. Нам нужно поставить проблему в научное поле. Надо посмотреть, что происходит в разных армиях на оккупированных территориях Европы. Значительная часть американских документов, английских, доступна. И судя по тому, что мы видим, по-видимому, то же самое происходило и в Красной армии, ни больше, ни меньше.
Поэтому я могу только констатировать как бы вещи тривиальные, в том смысле, что то, что мы знаем, что насилие в отношении каких-то гражданских лиц на оккупированных территориях не было санкционировано высшей государственной властью. Это точно. Никаких распоряжений там Сталина или ГКО или Ставки не было. Поэтому, а дальше нам нужна сводная статистика военных трибуналов. После этого мы можем говорить как бы предметно, а самое главное, что тем же самым занимались, я говорю, и все другие армии. Вот это те основные сюжеты, которые я хотел бы подчеркнуть, там еще их много, но я думаю, более конкретно мои коллеги расскажут уже по своей тематике. Спасибо большое. Спасибо вам, Сергей Валерьевич. Вы уложились в 15 минут и представили впечатляющую картину того, что еще можно сделать и нужно, стало быть, сделать. Позвольте передать слово профессору Печатному Владимиру Олеговичу МГИМО. Пожалуйста, Владимир Олегович, вам слово. Спасибо, Юрий Александрович. Моя тема обозначена как дипломатическая история войны в современной отечественной и зарубежной историографии. Тема очень большая. Я могу только на некоторых моментах остановиться сегодня. Ну, ясно, что и мировая, и российская историческая наука продолжает уделять дипломатической истории войны большое внимание, что объясняется не только, конечно, научной важностью этой проблематики, но и растущей, я бы сказал, политической актуальностью этих вопросов, а также новыми возможностями, которые открываются в изучении дипломатической истории с расширением источниковой базы и методологического инструментария. Начну с первого. Хотя большая часть источников по дипломатической истории войны из архивов ее ведущих участников уже давно доступны исследователям, круг новых документов и их публикаций продолжает расширяться. Огромную работу проводят здесь наши архивы, и Андрей Николаевич подробно об этом говорил. Дополню только его список теми комплексами документов, которые имеют непосредственное отношение к дипломатической истории. Это оцифровка почти 4000 архивных дел из архива внешней политики Российской Федерации по теме СССР и союзники. Это продолжение МИДовской серии «Документы внешней политики за годы войны». Мы знаем последний том, это 43-й год пока. Исследователям недавно стал доступен большой массив документов из Российского государственного архива экономики по торгово-экономическим отношениям с союзниками, особенно ценный фонд правительственной закупочной комиссии в Вашингтоне, который дает возможность гораздо глубже и детальнее рассмотреть экономическую дипломатию СССР на американском направлении в годы войны. Ну и здесь уже говорилось много о разведывательных документах, которые появляются в меньшей степени у нас и на Западе рассекречиваются, что, конечно, тоже обогащает наше представление вот об этом тайном сопровождении, так сказать, дипломатии военных лет. Назову только, что по британской разведке в последние годы рассекречено почти 150 тысяч листов документов. Следует особо сказать об оцифровке, или, как мы говорим сейчас, цифровизации зарубежных материалов зарубежных архивов, которые приобретают массированный характер. О наших архивах мы уже здесь говорили. Значит, Национальный архив Великобритании, архивы Рузвельта и Трумана в США предоставили свободный доступ в интернете ко многим дипломатическим и военным документам, за которыми нашему брату еще недавно приходилось ездить за 3-9 земель и работать на месте. Правда, Сергей Валерьевич, было такое дело. Значит, другие ценные фонды, как, например, архив Черчилля в Кембридже или архив Нью-Йоркского совета внешних сношений, оцифровываются на коммерческой основе и доступны только по весьма дорогой подписке. Судя по сведениям от наших западных коллег, эта практика будет расширяться. Тем более в условиях становящейся хронической эпидемии, когда физический доступ в архивы становится чрезвычайно затруднительным. Поскольку стоимость таких подписок вряд ли по карману нашим отдельным организациям, может быть, стоит подумать о создании некого консорциума с долевым участием, скажем, Росархива, наших ведущих научных центров, которые бы помогли нашим ученым работать с этими документами.
Но еще не все, далеко не все документы, относящиеся даже к дипломатической истории войны, открыты для исследователей. И не только в наших архивах. Например, в Национальном архиве Великобритании до сих пор закрыто не только злополучное дело Гесса, но и ряд документов по отношениям с Польшей и странами Прибалтики в критические предвоенные годы. Видимо, они содержат некоторые неприглядные для британской дипломатии сведения, которые могут повредить отношениям современным Великобритании с этими странами. В США недоступен обширный трафик по каналам военного ведомства, которым активно пользовался президент Рузвельт, не доверявший каналу Госдепартамента. В нашей стране, Сергей Валерьевич об этом говорил, ощущается острая нехватка документов по военно-стратегическому планированию на высшем уровне. Генштаб, Ставка Верховного Главнокомандования. А это планирование, безусловно, оказывало сильнейшее влияние на принятие политико-дипломатических решений. Но без этого трудно, например, ответить на такой вопрос. Насколько реально наше советское военное командование рассчитывало на открытие Второго фронта в 1942 и, тем более, в 1943 годах, о чем Сталин неоднократно пенял союзникам. Но был ли это просто блеф, или это действительно входило в наши планы, это военное участие союзников? Практически неизученным из-за недоступности к документам остается такой важный аспект военной дипломатии, как работа наших военных миссий и представителей в союзных контрольных органах. Это работа, которая по документам западным в последнее время активно ведется нашими западными коллегами и довольно в тенденциозном для нас, к сожалению, ключе. Ну и, конечно, мы с большим нетерпением ожидаем завершения серии ДВП, выпускаемый МИДом по оставшимся 44-му и 45-му года. Теперь несколько слов о новых подходах в изучении дипломатической истории войны в отечественной и зарубежной историографии. Хотя здесь концептуальные изменения не столь заметны, как фактическое наполнение работ новым материалом, но и здесь наметились интересные новые тенденции. Прежде всего, меняется само понятие дипломатической истории. Традиционно оно ограничивалось официальным уровнем межгосударственного взаимодействия, внешней политикой в узком смысле этого слова. Теперь налицо расширение круга участников за счет других негосударственных акторов, общественного мнения, внешнеполитического лоббизма, неправительственных организаций, публичной дипломатии. Одновременно происходит и расширение проблемного поля. Развивается синтез дипломатической и социокультурной истории, изучение торгово-экономической и культурной дипломатии, роли мягкой силы и роли взаимного восприятия, в том числе как факторы принятия политических решений. Короче говоря, традиционная дипломатия рассматривается как часть гораздо более широкого и комплексного международного взаимодействия. Не случайно история дипломатии и внешней политики на Западе в последние годы, в том числе и в учебниках, все чаще звучит не как история внешней политики, а как история внешних сношений, в широком смысле этого слова. Не случайно и ведущий журнал Американской ассоциации историков внешних сношений Diplomatic History уже несколько лет обсуждает вопрос о смене названия. Считает, что дипломатическая история – это термин уже устаревший. Другое перспективное направление, на мой взгляд, изучения дипломатической истории войны – это анализ соотношения дипломатии, большой стратегии, так называемой grand strategy, и чисто военной стратегии. Опыт Второй мировой войны показывает, что политические калькуляции нередко перевешивали профессиональные расчеты военных, а дипломатия в основном играла подчиненную роль в отношении обеих этих стратегий. Однако было бы упрощением считать военную дипломатию простой производной от военной мощи. Дипломатия, в зависимости от степени ее эффективности, способна была добиться большего или меньшего, чем завоевано на поле брани. Недаром Сталин говорил, что хорошая дипломатия в годы войны стоит 2-3 армий, что, впрочем, с учетом масштаба операции войны было не так уж и много. Но, тем не менее, в сочетании с правильно выбранной военной и политической стратегией эффективная дипломатия может сэкономить немало сил и человеческих жизней. Поэтому перспективной исследовательской задачей было бы сравнить эффективность
военной дипломатии трех, скажем, держав-победительниц – СССР, США, Великобритании – в решении тех стратегических задач, которые ставились перед этими странами. Разумеется, точно взвесить и вычленить вклад дипломатии из общего объема военно-политических и экономических усилий вряд ли возможно. Может быть, в этом одна из причин того, что пока таких крупных исследований на эту тему нет, но ясно, что решение такой задачи требует фундаментальных исследований. Сюда к этому же примыкает изучение национальных особенностей дипломатических школ разных стран и того, как эти особенности влияли на отношения между ними. Здесь может помочь концепция национальной стратегической культуры, активно применяемая на Западе историками и теоретиками международных отношений. В этом смысле дипломатия тоже может рассматриваться как часть этого широкого понятия стратегической культуры. Ну, не исчерпаны и возможности традиционных подходов при условии нахождения новых ракурсов, изучения таких, казалось бы, схоженных тем, как личная дипломатия Большой Тройки, имевшая в условиях Второй мировой войны с такой повышенной концентрацией власти в руках высшего политического руководства. Ну, документальным исследованием ГИМО переписки Сталина с Рузвельтом и Черчиллем она поставлена как раз вот в этот широкий контекст союзной дипломатии на основе новых архивных документов российских, американских и британских архивов. Но если говорить о наиболее крупных репрезентативных работах последних лет, достойно отражающих высокий уровень изучения дипломатической истории войны в нашей стране, то следует назвать восьмой том «Великой Отечественной войны», посвященной целиком внешней политике и дипломатии СССР в годы войны, а также вышедшую уже в этом году коллективную монографию на базе ИСТВАКа МГУ под названием «Вторая мировая война и трансформация международных отношений». Еще одно традиционное направление – изучение историографии дипломатии войны, особенно зарубежной историографии, к сожалению, у нас отстает даже от уровня советского периода. Когда этому посвящались большие работы, докторские диссертации, когда в этой области работали крупные ученые, занимавшиеся преимущественно историографией. Между тем, без систематического изучения и осмысления уже накопленного опыта, в том числе в области методологии, дальнейшее полноценное развитие исторической науки вряд ли возможно. В заключение несколько слов о современных дискуссиях в области дипломатической истории войны. Много и правильно говорится о политизации и фальсификации этой истории на Западе. Но при этом надо проводить различия между серьезной исторической наукой и политико-пропагандистскими извращениями, которыми занимаются в основном даже не политики, а политиканы, СМИ и горе-ученые, по выражению Сергея Евгеньевича. Серьезные профессиональные историки дипломатии Второй мировой войны на Западе, такие как Кимбл, Рейнольдс, Столлер, Робертс, Фолли и другие, весьма объективно оценивают вклад СССР и советской дипломатии в победу над фашизмом. У нас с ними есть различия, естественно, в интерпретациях и оценках, но мы, по крайней мере, исходим из общего набора неопровержимых фактов и документов. Они, кстати, признают наши работы и достижения. Приведу свежий пример того, как английское издание в нашей переписке получила в этом году премию в этой самой Американской ассоциации историков внешней политики. Но, видимо, коллеги не посоветовались с Госдепартаментом по этому вопросу. Но мне кажется, что в этом тоже есть элемент такого общего понимания, что такое объективность в истории и что такое серьезные научные занятия. Другое дело, что голос вот этих наших профессиональных коллег, он плохо слышен на Западе. В информационном пространстве его забивают досужие авторы вымыслов и сенсаций. К сожалению, плохо слышен голос и нашей еще истории дипломатии Второй мировой войны за рубежом. В советское время был принят термин «проникновение». Так вот, проникновение нашей историографии в этой области на внешние рынки в целом, конечно, неудовлетворительно и затрудняется рядом объективных трудностей, прежде всего нераспространением, конечно, низкой распространенности русского языка.
Частично эта проблема решается в рамках совместных научных проектов, результаты которых публикуются за рубежом. Сегодня об этом говорилось. В современных условиях напряженных отношений с Западом сохранение и развитие этих научных связей представляется особенно важным. В рамках такого сотрудничества легче осуществлять публикацию за рубежом наших дипломатических документов, которые таким образом вводятся в международный научный оборот. Например, современную западную историографию по проблемам советско-британских отношений или по германскому вопросу уже невозможно представить без ссылок на публикации документов под редакцией покойного Олега Александровича Рышевского или капитальной известный сборник документов по германскому вопросу, или, как невозможно представить публикации, скажем, по политике Сталина, без ссылок на последнюю книжку Олега Витальевича, которая разошлась по всему миру. Может быть, стоит подумать и о самостоятельном нашем, односторонней публикации наших документов и лучших образцов какой-то нашей историографии за рубежом. Делать это на односторонней, это самостоятельной основе. Было же в свое время издательство «Прогресс», которое занималось этим в советские времена. Ну и в заключение, как Юрий Александрович сказал, история напомнил нам, история бездонна, и полнота исторического знания, в том числе и по войне, и по дипломатической истории войны, наверное, во всем объеме нам недоступна. Но стремиться к этому надо, и в этом смысл нашей с вами работы, коллеги. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Владимир Олегович. Действительно, вы подтверждаете эту не мою отнюдь максимум, что конца у исторической науки нет и не предвидится. Работы непочатый край. Хотел предоставить слово Олегу Витальевичу Хлебняку, Высшая школа экономики. Спасибо. Пожалуйста, Олег Витальевич. Итак, о власти и управлении в годы войны. Я заранее, конечно, хочу попросить прощения у многих очень достойных авторов, которые на эту тему писали. В силу краткости выступления я обозначу тенденции и не смогу ничего сказать о конкретных работах. Традиционное понимание системы власти и управления в СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны опирается главным образом на концепции усиления централизации и чрезвычайного кризисного управления. И действительно, мобилизация института власти – это характерная черта всех воюющих государств. Это касалось диктатур, это касалось демократии. Мобилизация власти означала усиление роли лидеров, вождей, а также создание институтов чрезвычайного управления. Вместе с тем, в каждой стране эти процессы имели свою специфику, свои особенности, отражавшие в конечном счете характерные черты различных систем и государств. Специфика СССР определялась тем, что уже в довоенные годы мобилизация и централизация партийно-государственной системы была доведена в стране до очень высокого уровня. Произошла полная концентрация власти в руках Сталина, были удалены из политической жизни остатки так называемого коллективного руководства. Значительных масштабов, особенно в период массовых операций 1937-1938 годов, достигли репрессии. Ужесточался планово-административный контроль в экономической сфере. В результате принятия указа 26 августа 1940 года о запрещении самовольного ухода с предприятий и учреждений вне закона был поставлен свободный рынок труда. И подобные примеры можно продолжать. Таким образом, в целом, к началу войны возможности для дальнейшего ужесточения мобилизационных мер были достаточно ограничены, хотя и не исчерпаны полностью. В силу высокого исходного уровня мобилизации, централизация и применение чрезвычайных методов руководства и управления после начала войны было доведено практически до предельных значений. В литературе, в том числе на основании новых источников, эти процессы изучаются достаточно активно. Отмечается дальнейшая формальная легализация власти Сталина, который в добавление к постам секретаря ЦК, председателя СНК, стал еще председателем ГКО, верховным главнокомандующим, наркомом обороны. Доступность комплекса постановлений ГКО, Политбюро, СНК позволяет исследовать механизмы централизации высшей власти. Изучаются военные институты
регионального управления, например, комитеты обороны на местах, изучается трудовая мобилизация в промышленности, в сельском хозяйстве, применение трудового законодательства о дезертирах и так далее. В общем, тезис об усилении централизации власти в годы войны достаточно легко подтверждается совокупностью директивных документов разных уровней, поскольку само назначение этих документов состояло именно в том, чтобы обеспечивать такую централизацию. Вместе с тем историки уже давно отмечают важные признаки сочетания централизации власти и ужесточения методов руководства военного периода с противоположными процессами – децентрализацией и относительной политической гибкостью. В общем виде такая модель этого взаимодействия может быть описана следующим образом. Повышение централизации сверхопределенного уровня вело к управленческому ступору, поскольку детальное согласование действий многих агентов системы в оптимальные сроки просто было невозможно. Легальная и нелегальная децентрализация, напротив, позволяла оперативно маневрировать ресурсами и силами в условиях ежедневно меняющейся военной обстановки. Аналогичными были последствия высокой интенсивности чрезвычайных репрессивных мер. Рано или поздно их приходилось корректировать. В общем, взаимодействие централизации и децентрализации репрессивных и положительных стимулов обеспечивали жизнеспособность советской мобилизационной системы в чрезвычайных условиях войны. Такие изменения системы власти и управления в годы войны были необходимыми предпосылками победы и требуют глубокого изучения. В современной историографии, основанной на значительных комплексах новых документов, изучаются различные аспекты этой общей большой проблемы. На первые позиции можно поставить несколько историографических направлений. Первым бы я назвал исследование корректировки идеологического курса, в том числе обращение в годы войны к традиционным ценностям. Важный случай этого явления – взаимодействие верующих и государства, церковная политика Сталина. Поворот в этой области определялся очевидным для руководства страны преобладанием верующих или сочувствующих над атеистами. Напомню, что согласно запрещенной переписи 1937 года, среди граждан СССР в возрасте 16 лет и старше приверженцами религии объявили себя 57%. При этом нужно учитывать, что многие просто опасались преследования и скрывали свои убеждения. Вопросы взаимодействия Русской Православной Церкви, представителей других конфессий, советского руководства разработаны в большом количестве монографий, статей, документальных публикаций. Второе плодотворное историографическое направление касается изменений во внешнеполитических практиках, связанных с существованием союзной коалиции, о чем только что говорил профессор Печатнов, подробно и интересно. В целом для советского руководства это был сравнительно новый опыт интенсивного, я подчеркну это слово, взаимодействия с классовым врагом на основе учета не столько революционных, сколько геополитических интересов и компромиссов. Эти проблемы, включая внутриполитические последствия внешней политики, ну, например, роспуск Коминтерна, другие меры, подробно исследуются в последние десятилетия. Важные тенденции выявляются в репрессивной политике и развитии лагерной системы в военный период. Вслед за всплеском арестов и расстрелов в начале войны происходило их относительное сокращение на более поздних этапах. Широко применялась отправка осужденных на фронт. ГУЛАГ, переживший самый значительный кризис за всю историю своего существования, только по официальным данным в лагерях умерло более миллиона заключенных, стремительно сокращался. Происходило это не только из-за смертности, но и за счет массового освобождения заключенных для отправки на фронт, досрочного их освобождения с прикреплением к определенным предприятиям. Как показывают документы, руководство НКВД рассчитывало, и нужно сказать без особого сожаления, на продолжение после войны сокращение численности заключенных и экономики ГУЛАГа, на определенную оптимизацию лагерной системы. Пока гораздо скромнее выглядит исследование аналогичных тенденций в других областях высшего руководства и власти. Двигаясь сверху вниз, можно начать с института высшей власти. Несмотря на многие признаки ее сосредоточения в руках Сталина, в годы войны, тем не менее, наблюдались важные перемены. Происходило возрождение процедур коллективного руководства, наблюдалось делегирование дополнительных полномочий членам ГКО, как новой формально легализованной руководящей группы. Без участия Сталина регулярно действовали и принимали важные решения,
коллективные органы руководства, такие как оперативное бюро ГКО, бюро СНК, комитеты комиссии ГКО СНК. Важно отметить также неизмеримо возросшую лояльность Сталина в отношении своих соратников, особенно заметную на фоне предвоенных репрессий в Политбюро. Как писал Микоян, во время войны у нас была определенная сплоченность руководства. Сталин, поняв, что в тяжелое время нужна была полнокровная работа, создал обстановку доверия, и каждый из нас, членов Политбюро, нес огромную нагрузку. Этот тезис вполне подтверждается документами. Аналогичный рост лояльности был также важной основой взаимодействия политического руководства и командного корпуса армии. Предвоенный опыт этого взаимодействия был преимущественно отрицательным, что являлось одной из важных причин катастрофического начала войны. После всплеска репрессий против генерала в начале войны, наиболее известный случай – дело командования Западного фронта, наблюдалось резкое сокращение репрессий и стабилизация офицерского и генеральского корпуса. Из войны он вышел достаточно консолидированной социальной группой, которая ориентировалась не только на новые социалистические, но и дореволюционные воинские традиции. Как известно, советские военнослужащие в годы войны надели погоны, награждались орденами Суворова, Кутузова, Нахимова, громили нацистов в операции «Багратион», но не Чапаеве, между прочим, и так далее. Выдвигались и отчасти были реализованы проекты особых социальных и материальных привилегий для командного состава. Сам Сталин на склоне жизни в сентябре 1952 года на встрече в Кремле с китайскими и корейскими руководителями, критикуя левые настроения китайских лидеров, говорил: «Мне кажется, у них существует анархическое пренебрежение к орденам и медалям. У них и генералов не было. Они считают, что все это против коммунизма. Между тем, наличие в армии званий, знаков различия, системы награждения имеет огромное значение, иначе невозможно создать настоящую армию. Главное, нужно сохранить и обеспечить офицерские кадры, создать им все необходимые условия, потому что они являются военными специалистами». Рост инициативы, компетентности и относительной самостоятельности советских генералов выступал как важный фактор победы. Аналогичные процессы происходили в управлении экономикой. Стабилизация корпуса руководителей промышленности сопровождалась формальным и, главное, неформальным расширением их полномочий и самостоятельности. Источники пока нам позволяют отметить такие практики децентрализации на уровне наркоматов. Самостоятельная корректировка объемов и срока выполнения заданий и планов, установленных правительством. Несанкционированная переброска материальных ресурсов и рабочей силы. Установление прямых хозяйственных связей с контрагентами, минуя сложную систему планового регулирования поставок. Развитие децентрализации, несомненно, стимулировалось как негативными эффектами централизации, которая порождала многочисленные бюрократические препоны, так и сложными условиями войны. Низовая инициатива в экстремальных условиях войны приобретала особое значение, корректируя нестыковки планово-централизованной системы управления. Аналогичные тенденции локализации управления мы наблюдаем на уровне регионов. Как обычно, в советской политической системе региональные руководители, прежде всего партийные секретари, исполняли роль посредников между предприятиями различных ведомств, расположенных на их, так скажем, территории. Выступали лоббистами региональных интересов перед центром. В годы войны важным для обеспечения постоянно растущих и быстро меняющихся, это очень важно подчеркнуть, заданий, местные руководители применяли добровольное и принудительное распределение и перераспределение оборудования, сырья, материалов, рабочей силы в обход централизованного регулирования. Такие обмены под руководством региональных властей составляли основу локализации управления. Фактически местные партийно-государственные аппараты действовали как региональные госпланы. Они не только регулировали потоки ресурсов, но в ряде случаев даже изменяли производственные планы предприятий, которые находились на их территории. Изучение подобных явлений, имевших, как правило, неформальный характер, затрудняется нехваткой источников. Основная часть архивных фондов органов власти и управления состоит из документов, которые отражают формальные механизмы централизованного управления. Децентрализация чаще всего была неформальной, и в документах она отражалась гораздо хуже. Это, конечно, не означает, что мы лишены возможности проводить исследования таких явлений.
Перспективы этого историографического направления связаны с исследованием всей совокупности структур, процедур, практик принятия решений и их реализации. Причем одинаковое значение имеет как изучение высших эшелонов власти, так и микроуровня управления, вплоть до отдельных предприятий, колхозов и так далее. Только на такой основе можно понять явление военной власти и управления, которое, как я постарался показать, в любом случае не сводилось к хрестоматийной централизации и ужесточению. Спасибо. Спасибо большое, Олег Витальевич. У нас остался один выступающий, Владимир Петрович Губернов, историк разведки. Вот, мы, конечно же, хотя времени у нас, к сожалению, немного, но, разумеется, слово вам предоставлено. Весьма сжато постараюсь. Пожалуйста, Владимир. Спасибо, Юрий Александрович. Но хотел бы прежде всего выразить признательность руководству Академии наук за приглашение на нашу конференцию выступить по вопросу о роли советской внешней разведки во Второй мировой войне. Естественно, с учетом сжатых рамок регламента я могу остановиться только на основных направлениях. Начать хотел бы с уточнения, что внешняя разведка советских органов государственной безопасности была лишь одним из компонентов системы разведывательных служб Советского Союза. В 40-е годы прошлого столетия в эту систему входили еще 5 разведывательных подразделений различных ведомств, включая в том числе такое крупное, как военная разведка Генерального штаба Красной Армии. Поэтому сведения внешней разведки были только частью, хотя и весьма значительной, того информационного массива, который поступал советским лидерам. Поскольку Вторая мировая война быстро переросла в Великую Отечественную войну, нельзя обойти вопрос о роли внешней разведки в своевременном предупреждении советского правительства о надвигавшейся военной опасности. Имеющиеся в архиве службы внешней разведки данные свидетельствуют о том, что начиная с лета 1940 года внешняя разведка направила руководству страны свыше 100 сообщений о подготовке Германии к внезапному нападению на Советский Союз. В их числе об основных положениях германского плана войны с Советским Союзом, о союзниках Германии в военной кампании против Советского Союза, о немецких идеях государственного и территориального устройства России после войны, о назначении администраторов в оккупированные районы, о вариантах использования советского экономического и сырьевого потенциала в дальнейшей борьбе за мировое господство. Внешняя разведка также назвала ориентировочные, а затем и точные сроки германского нападения. Вместе с тем ее сведения расходились с господствовавшими в то время взглядами военного руководства на начальный период войны. Исходя из опыта Первой мировой войны, в Генеральном штабе полагали, что и новая война начнется с пограничных стычек передовых подразделений, которые продлятся 15-20 дней. Этого времени будет достаточно для проведения всеобщей мобилизации и развертывания главных сил. Использование Гитлером тактики блицкрига против такой большой страны, как Советский Союз, считалось маловероятным. На основе подобных представлений советские руководители посчитали возможным не проводить в стране крупных мобилизационных мероприятий и отложить приведение частей прикрытия границы в боевую готовность до выступления Германии. В этом случае Гитлер становился бесспорным агрессором и появлялась перспектива создания международной антигитлеровской коалиции. С учетом указанной политической линии принимались строгие меры по предотвращению каких-либо неосмотрительных действий, которые немцы могли бы использовать для оправдания агрессии. В том числе сдерживалась активность внешней разведки на германском направлении, а ее острая информация нередко оценивалась руководством страны как недостаточно компетентная и излишне тревожная. После нападения Германии на Советский Союз вся деятельность внешней разведки была перестроена на военные рельсы. В ее информационной работе приоритетными стали военные, военно-технические и военно-экономические проблемы. Ну, можно сказать, что отчасти она даже начала работать параллельно с военной разведкой. Таковы были условия войны. Основные усилия всех резидентур за рубежом были нацелены на активную борьбу против нацистской Германии. Кроме оперативной и информационной деятельности появилось новое направление – разведывательно-диверсионные операции на оккупированной территории. Их осуществляли переброшенные в тыл врага разведывательные группы, ставший затем ядром многих партизанских отрядов. Всего в немецком тылу действовало во время войны 244 таких оперативных группы,
в которых сражалась почти половина кадрового состава сотрудников внешней разведки. Многие из них, как я уже сказал, переросли в крупные партизанские соединения с довольно высокой боеспособностью. Они уничтожили за всю войну 148 тысяч немецких солдат и офицеров, то есть около 10 полноценных дивизий врага. 139 тысяч немецких агентов и предателей. Пустили под откос 1420 поездов с живой силой и техникой. Ну и, естественно, добывали военно-политическую информацию стратегического характера. В ходе войны внешняя разведка получила ряд важных для советского командования сведений. В частности, о подготовке немцами генерального наступления на Москву, так называемая операция «Тайфун». О планировавшемся главном ударе вермахта в 1942 году на юге в направлении Северного Кавказа и о сроках начала этой операции. О содержании немецкого плана наступления на Курской дуге и его сроках. О новой бронетехнике немцев, танках «Тигр», самоходных орудиях «Фердинанд». О важности подобных данных свидетельствует и то обстоятельство, что знание советским командованием подробностей германского плана на Курском выступе позволило впервые за всю войну нанести немцам поражение в ходе летней кампании. Кроме добывания военных сведений, внешняя разведка совместно с контрразведывательными подразделениями НКВД СССР провела дезинформационную операцию под кодовым названием «Монастырь». Германской разведке был подставлен наш разведчик под видом перебежчика, участника подпольной антисоветской организации в Москве. После проверки немцы забросили его в Москву. По данному каналу удалось наладить продвижение немецкому командованию стратегической дезинформации, которая сыграла важную роль в успехе Сталинградского и Курского сражений. Этого агента германская разведка считала одним из самых блестящих достижений. Его сведения немецкое верховное командование старалось учитывать при планировании основных операций. С учетом накопленного опыта деятельности в военных условиях, 5 июня 1943 года Государственный комитет обороны скорректировал задачи разведывательных органов. К числу информационных приоритетов внешней разведки было отнесено добывание сведений по внешнеполитическим, внешнеэкономическим, научно-техническим и контрразведывательным вопросам. Военная тематика окончательно закреплялась за военной разведкой. В связи с этим внешняя разведка сосредоточила свои усилия на важнейших в тот период международных проблемах. К их числу относилось открытие западными союзниками Второго фронта в Европе. Внешняя разведка последовательно, детально отслеживала тщательно скрываемые союзниками истинные планы их боевых действий в Европе. В 1943 году она доложила советскому руководству секретную информацию о результатах переговоров Рузвельта и Черчилля в Квебеке. Союзники, в частности, договорились открыть Второй фронт в Европе, операция «Оверлорд», к 1 мая 1944 года, при условии, если советские войска не достигнут к этому времени решительного успеха. Если же вермахт начнет разваливаться под ударами Красной Армии, то в действие вступит план «Ренкин», по сути дела воздушно-десантная спецоперация по захвату Берлина. Ожидалось, что немцы не станут препятствовать стремительному продвижению передовых англо-американских подразделений. В Берлине предполагалось создать подконтрольное западным союзникам временное германское правительство и начать с ним мирные переговоры. Детальное знание советским руководством указанных подходов позволило занять жесткую позицию на Тегеранской конференции в ноябре 1943 года и продвинуть советские интересы. Следует отметить, что благодаря сведениям внешней разведки удалось предотвратить в Тегеране террористическую акцию германских спецслужб против Большой Тройки. Внешняя разведка тогда доложила Сталину основные документы, именно документы американского и английского правительств, раскрывавших их переговорные позиции на Ялтинской и Потсдамской конференции. Это создало основу для проведения наступательной тактики и закрепления национальных интересов нашей страны на главных направлениях послевоенного развития. В июне 1945 года лондонской резидентурой был получен секретный документ английского правительства, озаглавленный «Безопасность Британской империи». В нем СССР официально впервые назывался главным противником западного мира. Предусматривались меры по оказанию на него совместно с США военного, экономического и информационно-пропагандистского давления. Таким образом, советское правительство было заблаговременно предупреждено о планах Запада по развязыванию холодной войны. Большое внимание внешняя разведка уделяла добыванию сведений об агрессивных планах Японии в отношении СССР. Успешному решению данной задачи способствовала
то обстоятельство, что разведке удалось еще до войны добыть шифры этой страны, позволившие всю войну читать японскую секретную дипломатическую и военную переписку. Это был, конечно, существенный вклад в получение истинной позиции японского руководства. Но по некоторым данным, всего было прочитано 97 тысяч японских телеграф за время войны. В июле 1941 года внешняя разведка сообщила важные документальные данные о решении военного политического руководства Японии развернуть основные агрессивные действия в Юго-Восточной Азии. Указанная информация позволила перебросить с Дальнего Востока воинские части под Москву. Следует отметить вот еще такое обстоятельство, что внешняя разведка получала не только информацию, но и через свою агентуру активно оказывала сдерживающее влияние на японское военное командование относительно планов нападения на Советский Союз. В 1943 году советским лидерам была доложена информация об окончательном отказе Японии от войны с Советским Союзом. На завершающем этапе Второй мировой войны внешняя разведка вместе с военной разведкой сообщила нашему командованию подробные данные о боевых планах, вооружении и дислокации частей Квантунской армии. Наличие подобных сведений помогло советским войскам разгромить японскую армию в сжатые сроки. И в заключение хотел бы сказать и о роли внешней разведки в деле создания советского атомного оружия. Еще в сентябре 1941 года были получены первые сведения о работах в Англии и США по атомной бомбе, которые считались в обстановке исключительной секретности. Тем не менее, разведке удалось обойти эти меры и к июню 1945 года добыть подробную документацию конструкции первой американской атомной бомбы. Учет американских наработок позволил советским ученым избежать тупиковых направлений и существенных ошибок, а также значительно сократить сроки появления нашего ядерного оружия. Ну, по оценкам американских экспертов, где-то лет на 10 удалось вот это дело сократить. Вячеслав Михайлович Молотов, встречаясь уже после войны с нашими разведчиками, подчеркнул, что одной этой помощью стране в создании ядерного оружия внешняя разведка окупила все свое существование в прошлом и всю работу в будущем. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Владимир Петрович. Я согласен с Вячеславом Михайловичем. Действительно, разведка сделала громадную услугу нашей стране. И спасибо за такую интересную информацию. Я думаю, что и для многих из того, что вы говорили, было новинкой. И это очень интересно. Спасибо. Коллеги, мы завершаем нашу работу в гостеприимном зале Президиума Академии наук. Я хочу еще раз поблагодарить руководство Академии в лице вице-президента Николая Дмитриевича Макарова за эту возможность провести первую часть нашей конференции здесь совместно с Российским историческим обществом. И мне показалось, что мы довольно интересный взяли старт. Я надеюсь, что продолжение будет не менее интересным. И еще раз обращаю внимание, что пленарное заседание в 2 часа у нас продолжится в здании Института российской истории. Это касается и тех, кто в этом зале, и тех, кто участвует по нашей конференции по Zoom. Еще раз благодарю всех участников и организаторов. На этом заседание объявляю закрытым. И до встречи в 2 часа на улице Дмитрия Ульянова. Спасибо большое.